А ты, Родос, заново скачал пилу, да? Или ты ее не удалял все-таки? Я не удалял. Зачем удалять? Она же немного весит. Да не, ну просто тогда, когда последний раз играли, Родос сказал, типа, все, нахуй, я удаляю эту игру, заебала на меня. Мне кажется, Редус просто не играл против, ну мало играл против рандомов. Против них веселее, чем против душной пати своей. Ну, бля, вчера такие у нас все равно ребятки были, порядочные. Ну да. Ну мы же учимся на ошибках. Вот у него, чё у него с рукой, блядь, я постоянно замечаю, там какую-то... Тоже. Какая-то это, молния, блядь, как будто молния, была. Да. Шрам, нет. Но он слишком выглядит, как будто оттуда... Текстурка там такая торчит. Еще, да. Родос, ты давно играл? Тут сервисы еще играть научились уже. Да, я понимаю. Жопрут, да, нормально. Думаю. Станет, там ножами хуярит и так далее, как Максим. Дверьми. Слушай, да? Да, с дверями тут вообще пиздец на самом деле может происходить. Так сказать, если к тебе на помощь никто не придет, тебя могут в дверях просто держать бесконечность. Да? Угу. Игра будет жить, надеюсь, здесь комьюнити будет как ДБД. Бля, я надеюсь, будет такой же, в чем смысл играть. Они шумят, кстати, там, походу. Бля, что споты вообще все прям это поменены крови. Только он один спот, блять, на месте. За у меня возле завода. Угу, я уже иду в эту ласт дверь, если что, хуярить. Они не шумят на самом-то деле, не делая, получается. Двери, наверное, хотят открыть. И женщина. Все правильно делают. Со стороны сервов. Хуй знает, даже где открыли. Никого не ранил. Игра темная, фонарик за бубу не дали. Вот внизу кости собирает, я вижу. Вон бегал еще один. Так, поставила замок. Не знаю, могу наверх пойти. Манов не свапаем? Да нет особо. Мне просто за деда нравится играть, он супер полезный чел. Бак тут, конечно. Иди наверх, когда я внизу здесь погоняю, я приду сейчас тоже. Да. Так, я выйду с большой двери большого завода сейчас. А почему я проебал, блять? Джули ебаная, мне 50 севенджерей, блядь. Не-не, ты проебываешь и так вроде бы. Ну да, но бежал? Я типа кстати, да, убежал, иди наверх. Там ты чисто урон только какой-то наносишь с этого и все. Так, это я, если что, открыл большую дверь большого завода. Они по лестнице поднялись, если что. Я выползаю тоже наверх. Не могут открывать. Так, у меня Лиланд вот здесь, на мне. Юзу спиздили. Писа возле завода, надо ее смотреть там. И, сука, открывай. Вот, парни, где вот этот звук сейчас издался? Вот тут у меня Лиланд, блядь, тусуется ебучий. Чё, Броу, давай поинты фармить, блядь. Ты изучаешь мишень? Да. Он, он спиздил вентиль, сейчас внутрь этого амбара побежит. Да пошел на вентиль. Давай за ним. Почему сверху негде ломать? Тут раньше были. Так, ну Лиланд меня это ёбнул и вниз побежал с вентилем. И Анна еще так же из большого завода вышла направо к центральному дому. Они завода открыли, что ли? Бля, пацаны, я, наверное, за Лиландом пойду, чтобы он вентиль не крутанул. Я уже тут, я уже возле вентиля, Миша, можешь не идти. А, стой, да? Стой, да? Ну смотри.
Так, замки стоят. Я пошел-то обратно на фузу. Они открыли фьюзу, лол. Ты жалел, что не смотришь ее. Блять, ну серьезно, так быстро, ну ща погоди. На, и вышли. Бля, ебучий случай, нахуй, а. Там в подвал уже. Пиздец, стоит. Реально, ну прикинь, я вот буквально сходил за Лиландом вниз, возвращаюсь, и тут уже все, нахуй. Ну ебаный в рот. Бля, не помню, где фьюза. А я ее отключить не могу, да? А я могу? Ты можешь за блочки рядом внизу встать и стоять, просто они не пройдут. Но если прямо на проходе станешь. У меня здесь она. Бля, у меня стамина закончилась, пиздец, я лох. Ну вот она здесь шумит. А, ну она тоже уже убегает. Ну это пиздец. Бля, она со мной дерется. Если бы кто-то из вас рядом, то можно ее потушить. Я бегу, но я не буду это легко. Может, сейчас закроется. Ты должен сейчас закрыться. Не закрылась. Ну, блять, ну жестко. Ну да-то. Жестко. Ну, я залажал, блядь. Ну, тут тяжело тоже, блядь. Без хичхайкера вообще тяжковато, нахуй, с этими фьюзами и крутилками прям люто заебывают. Не, просто я просто бежал, я бежал на фьюзу, потому что я понял, что там сидят. Но ты, типа, меня сказал, что они взяли эту хуйню, и я бежал вниз из-за этого. Я думал, фьюзу ты смотришь просто. Соло кого-то замахать? Нет, он, ну, типа, догнать он никого не может вообще. То есть он первый удар и все. Так, а Джули, получается, это чувиха, которая дэмэдж держит, да? Не, она держит. Нет, она держит. А Джули что делает? Блин, при нём бесконечно. А, сприн бесконечно. The sheriff's department says Maria Flores, a native of Uvalde, was last seen near the town of Newt. Her vehicle was recently discovered abandoned, with officials reporting no signs of foul play. Authorities are hopeful that the expanded search into the nearby communities of Harlow and Chinatown will unearth new leads. Family and friends are urging anyone. Не посмотрел, что за карта была? Family House. Family House ночь. Поэтому сейчас нормалечек будет. Ну, только если они не крутые и через окна будут хуярить. Так, а что дальше? Блин, они через окна, я буду стоять на улице мониторить. Вы точно так же будете хибашить внутри. Ну, если только так. Ну, Family House и быстро кровь собираешь, это заебись. А что долго грузится, бесконечная загрузка? Кого-то компик не сильный, ну. Бил по радио, блядь, по второму кругу пошел просто. О, Анну убиваем. Ой, блядь, какое же ублюдское это место, это просто кошмар. Да, распил Родос наверху по-любому нужен будет. На втором этаже, ну как будешь это. Да, там классический распил, я сказал, да. Нашумели уже прям так сильно? Да, чел, просто спина сильно шумит. Пороси, блядь. Если специально они не вышли, я сейчас спущусь.
Открыли дверь, ебать, открыли дверь уже нахуй, наверное. Уже? Да, да, дверь открыта. Пони открыла. Но мне, я не думаю, что она открыла скином, ой, скиллом этим. Да, скиллом она сейчас твою будет кошмарить дверь. Да. А вот она уже, блядь, здесь, на второй этаж побежала. Но я здесь замки закрываю. На втором этаже кони, короче. Да, окей. Могу сразу наверх пойти и ломать вам, надо? Было бы да. Круто, в доме их гораздо проще гонять. Давай. Она пролезла в квизе, она со стороны квизы. Угу. Деда надо кормануть, чтобы они не охуевали. Ой, господи. Здорово. Спасибо. Да хуйня, где тут ломать-то, блядь? Не вижу даже, где что ломать. На втором этаже, там поднимаешь, тебе нужно сломать одну... На второй этаж и слева. Спасибо, чат. Я наверх... А, нашел. Так, деду напоил. Они втроем уже вышли. Так, Лиланда. Так, давай, гони его. Ой, блядь, нихуя себе. Ебать, он ошибается. Не, ну он сейчас побежит в этот. А, или... Ой, давай. А то номер уже. А, ты его, да? Прям с концами, нихуя. Не, да, они, да, ничего не открыли здесь. Окно, посмотрите, выбито, не выбито. Главный вход. Иду. Не, бля, ну ладно, похуй. Не надо было сломать, да? Ну ладно, похуй, не, нормально. Мне кажется, они на втором этаже физу чинят. Так, ну главное окно целое. Иду смотреть физу. Так, я пока послушаю их кого-нибудь. Все закрыто, никто не чинит. Окно целое, замки целые? Сюда окно полонит. Целое, замки... Замки целые. Фьюза на втором этаже, да? Фьюза на втором. Ну, значит, нихуя не сделали. А, вижу. Так, а я пойду-ка тут дверку закрою. А, тут все так закрыто. Ага, один у меня тут внизу, где вертикальная лестница. Он сейчас будет подниматься потихонечку. Я надеюсь. Блять, ну дед, ну не пизди ты, ну тебя ж слышно. И физы на месте. Бочку вот это кто-то хакает. Дверь выбивают, да, блядь. Да, это я, тьфу, ебаный брод. Нахуй ее закрыли, блядь. Вот, кони бегают сзади, Радос. Давайте его Радоса прибило именно. Кони побежала в задний двор, ага. Да, наверное, она упадет в колодец? Не, она там спускаться будет. Пока не падает. Они все. Вот это самое охуенное. Я не знаю, они просто сидят со мной. Типа, дышим 2000, они сидят со мной. Ой, блядь, Сони! И куда ты, блядь? Так, у меня Сони бегает. Сейчас к деду побежит в комнату. А, не, не к деду. Бежит в окно прыгать! Выпрыгнул в окно. Нокнутый, блядь, выпрыгнул. Дурак, блядь. Да ебать, отпирай, дед! Так, все, Сони захуярил. И двери закрыты все или не закрыты? Но окно как минимум уже у них есть. Физу не трогаю. Заливай деда, я сейчас его до максимума залью. Давай. А, вот она у меня бегает, по-моему. Она с вами дерется. Так, ну я деда кормлю. Там Радос, если успеет. Чуть не успел.
Куда она побежала? В окно. Ага. Они не в окно. Ну, слушай, нихуя, у нее хп так-то. Это Жанна. Ну, скиллом, да, гасит. А она убили же, это девочка, которая быстро бегает. Вниз, она... вниз убегает вот тут. Ну, я хитик ей еще дал напоследок. Она в подвале. Деда докормлю. Давай. Она передо мной упала, я ее убью. Не, ну в Family House я не знаю, как ему ходить, реально. Не, у чела с окном была перспектива, но он... А, ну в принципе все понятно. Но он потерял эту перспективу, когда он сделал это не по стелсу. Да, деда не хватило, ебать. Две капли. Ну, вот это уже классическая охота. Рабаба. Family House. Ну, удачи ребятам получается. Там еще кони нулевого уровня, еще больше удачи. Я думаю, они сейчас свапнут с этим Стиландом. А, ну 9 уровня. У нас Средос нулевого уровня. Да. Падлу качаться мужику. Да нахуй надо. Думаешь, это решает сейчас? Это пиздец. Не, ну не решает. Прокачка пиздец как решает, особенно на сюрвах. Да и даже на манах. Это и на манах она решает тоже жестко. Ой, замок был бы полной хуйней без обилки на замок. Факт, факт. Сейчас я еще и ушко третье, если выкачаю, то там вообще жопа будет. Привет, Холлистер. Два просто всегда режут, блять. Самый бесполезный. Всегда. Ебать, чел бежит у меня, блять, пока я сижу ёбаный этой. Да сцене? Да, блять. Типа, он так быстро выбрался? Да, нахуй, стоит возле меня, когда касцена уже все еще идет, блядь. А хули он не нашумел? Ну, все стелсон. Фига, он, блядь, жесткий. Нормальная там прокачечка. Ну, и там же нужно нашуметь всем, а не только одному. А. Сейчас генератор просто, к сожалению, с другой стороны от аккумулятора и будет сложнее контрить. Если они в окно выпрыгнут. Типа аккум справа, а этот слева, генер? Ну да, генер не в сарае, а генер прям напротив выпрыгался. Опять закрываешь. Собирай вот эти сразу тогда, корвушки, чтобы быстро накормить дедушку. А я пока буду слушать. Ой-ой-ой. Я на самом деле где-то так себя кормлю. Ну ты зато по 25 собираешь. Ну, да. Они открыли дверь какую-то, парни из этих дальних, понимаете, которые... Задний двор или куда? Так, ну он одну подручку я спалил. Убил, да, я видел, как ты ее захуярил. Они там вышли. Ага, у нас уже вышли, где вертикальная лестница. Ну, типа я три двери мониторю. Так, она на второй... Да, на второй этаж побежала. Кто это? Джули? Радос, надо будет тебе под этой. Я веду туда. Крит там.
Блять, серьезно, думаешь, я тебя не увидел, что ли, нахуй? Какую? Так, ну Джули, все. Пиздец, ну сдохнуть от деда, вот так вот не убежать, это надо нахуй постараться, если честно. Что мы тут? Подвал спустилось. Нет. А, ну гоняю почти. Кормлю дедушку. Убили? Да, да. Хорош. Ебало, Лиланда приставил. Лила, Лиланд у меня вот тут, блять. Вниз, в дырку здесь убежал. На задний двор бежит. А, будет в колодец прыгать под задним двором. Да, я иду встречать уже. Давай. Упал, да? Херби, не бежит, упал, да-да-да, упал. А, он сконнектнулся. Он сконнектнулся, я говорю, мы не... Да, вот это охота. Бля, я только его ударил, мать. Пиздец, катка. И даже экспы не дали. Да, вообще, и даже экспы... Чуть, вот, сука, мне до скилла чуть-чуть не хватает, блять. Ну что за говно? Один парень разработал игру про шерка в стиле выживания. Называется Unknown Ogre Simulator. Игроку нужно защищать свое болото от волн сказочных врагов, собирать эпический лут и улучшать свои способности через тот самый мемный туалет. Жестко. Ну а что, игра-то норм или нет? Мне в ТикТоке попался, короче, ТикТок. Короче, там это... Короче, смотрели, короче, ох уж эти детки? Да. Вот мне попался момент, как типа сериал начинается, ну, опенинг, так сказать. Бля, столько воспоминаний сразу в голове. Да, честно, я очень эти детки терпеть нахуй не мог вообще. Пацаны, посмотрите, кто против нас играет. Ну да. Дается? Еще и бойня сраная. Ох уж эти деток, только полнометражки прикольные были, а что-то сам сериал мне вообще не нравился. А Эй, Арнольд. Ну, Эй, Арнольд пиздатый. Привет, актрис. Там котопёс. Котопёс, заебись. Там с монстрами, кто так называется. Не, настоящие монстры тоже хуйня, если честно. Понравилось. Такая жуткая, блядь, боди-хоррорная. Как этот, как шоу Рена и Стимпи было, вот такая же хуйня из разряда. Вот Рена и Стимпи вообще мне не нравился. Такая лю... Там еще, блядь, это же вообще 18+, там был этот мультик. Ну, ну да, там, да, да, такой. Ну, кураж трусливый пес охуенный был. Бля, это самый пиздец, я так ссался нахуй. Есть, были там пару серий такие страшные, пиздец. Но они жуткие. Мне вот этим он нравился, что он такой жутковатенький он был. Он очень страшный мультик был, блядь. Там ебаные пауки, у них всегда пауки были такие криповые, блядь. Либо серия, когда у них нахуй в луже там, блядь, потусторонний мир какой-то был, блядь. И там деда спиздили или бабушку спиздили, а он пытался спасти ее. Ой, блядь, так. А комп, который его сейвил всегда, он Раду, 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 Раду. Он шел гуглить, типа, когда на этом компе, нахуй, на чердаке. Totally Spies это вообще другое, это не Nickelodeon, это уже Fox Kids или как... Ой, Fox Kids. Да, Fox Totally Spies это Fox Kids был? Это Fox Kids сначала, потом этот... Disney? Не, погоди, какой Fox Kids? Не Fox Kids. Этот, блядь... Cartoon Network? Disney? Да нет, блядь, Netflix. Не, какой нахуй Netflix? Сейчас на Ютубе БПКД показывают чат, напомните. На N. Jetix, блядь. Jetix. На N, Jetix. Jetix. За у меня Jetix было силы полгода в самом начале, а потом его нахуй блокнули, блядь. У нас не было Jetix, когда в Россию приехал первый раз, там мне показали Jetix, ебать, охуенные мультики. Галактический футбол, Totally Spies. С Галактик футбол на ТНТ хуярили. Вроде были по СТС, что-то такое. У нас такого не было. Я смотрел дома в Молдове только Nickelodeon и Fox Kids, у нас было два. Но у Jetix были пиздатые мультики, мне нравились больше они. I told everyone to bring those girls around here. Look at the dang mess he stirred up.
Что это, бля? Ну это азиаты работают, называется. Ну они кости берут, где-то, дай башни. Там все вместе, но... Так, на малом заводе справа там этот фьюза. Угу, окей. А, блядь, мне сейчас почти есть ощущение, что я даже не успею на ходу туда сбегать. Уже ёбка начнётся. Я две пилы, три пилы уже дал. А, дал? Хорош. Слушай, я эту дверь закрыл, блядь, или не закрыл? Ебать, я ебал. Я не закрыл. Вот увидел? Не, мультик по Годзилле странный был, если честно, никогда его они, не покупал. Они, кстати, еще не вышли, слышите? Да? Это хорошо. Это такая огромная, блядь. Про Гарфилда был охуенный мультик, мне нравился. Здесь всего одна карта? Нет, здесь три карты. О, у меня тут еще икони. Бэтмен будущего, да, там интрач факт охуенный у него был. Но мне и старый Бэтмен нравился. Так, ну там Лиланд уже вышел наверх. Угу. Ты где примерно территориально сегодня находишься сейчас? Пока я наверху же, я могу выйти наверх? Да, выходи, выходи. Я тут коней гоняю и Анну. Угу. Лилиан тоже внизу. Лилиан внизу был, да. Блять, тут кто? Крови нету, ну и кал. Так, кто сломал эту хуйню? Кого? Там сломана дырка, блять, кто это мог ломать? Она, они бывают заспавнены иногда, сломанные. Главное, чтобы, блядь, большую дверь завода не хуйнули. И смотрите с малым этим, с малым заводом фьюзу. Наверх, короче. Я фьюзу чё вижу отсюда. Видишь, да? Всё заебись. Долго я ходил. Опа. Здесь. Опа. А под большим амбаром бегает конечка, планирует выходить наверх. Меня сани смущает. Или не планирует. Которого никто не видел. Может быть, большой завод уже открыл нахуй. Самое лучшее — это жизнь Луи. Честно, никогда любви большой к этому мультику не проникался. Мультик как мультик, типа, из дефолтных. Ну, лично для меня был. На большом заводе ходит один. Ой, завод. Амбаре, амбаре. Да-да, там это было. Внутри зашел он. Конечка была там. Бешеный Джек Пират тоже, если честно, не особо нравился. Ну, он такой типа был. Просто посмотреть, но... Не то чтобы я прям супер радовался, когда его показывали. Две хита передал. А где она? Куда бежала, где вниз, ушла? Вниз побежала. А, вниз побежала. Заебись, заебись, хорошо. Здорово, Сони. А умерла она. Умерла. Охуенно. Я пойду быстро дедушку накормлю. Сони подсветил. Угу. Он бежит, Родос, к тебе, к большому этому... Да, заводу. Вижу, вижу. А, тут и Лиланд у меня, ребята, еще. Вот я вот Лиланд, я туда иду. А, нихуя, гений. У меня Лиланд и Сони здесь. Да, я близко. Да, ну я вот Сони пойду ударю хотя бы разульку. А Лиланд не зачем. Опа, Сони-то уже, опа! А не, он пойдет. Он через твой яд прошел. Охуевший. Сони... Одну тычку ему так, дать. Так, конечку ты убил, да? А кого-то убил, да. Кони, ну окей. За воду ушел. Вот что Сэнди, кстати. Что Сэнди, мне вот нравился, тоже заебатый был такой. Там. Для меня что Сэнди, это был сериал про взрослого Барта Симпсона. Я
Причем гоняю в большом этом Афроса. Mm-hmm. Ну, нужна помощь, я плюс один. Он тут сидит и уводит хода. Так, подойду. У дырки. У дырки, которая правая, прямо у меня, да? У меня впритык стоит, у меня впритык по центру тут. Я одну убил. А, по центру? Все, подойду, подойду сейчас, Родос. Бля, я потерял его нахуй. Я потерял его, блядь, что за хуйня. Сейчас найдем. ТП-шнулся, блядь. Я, блядь, слепой. А может он через дырку вот эту боковую ушел? Блядь, не заметил. Ну-ка, блядь. Ну ладно, а, он у меня, его тут. Слушай, он идет опять в амбар завод. На амбар? Да, на амбар. Фьюзо, фьюза открыта, но не сделана. И пойду мониторить ее. А он где, блядь, два, два удара ему дал. Машина, у машины тут, в маленьком гараже машину гоняю. А, ну это маленький гараж, это не то маленечко. Он пришел просто обратно. Бля, Лил на нее сейчас ножа даст, сука. У фьюзы ходит. Бля, я слышал отчетливо прям вот этот... А, вот деда пытались убить. Убежал, Виллилен убежал вниз, и у фьюзы стоит Афрос. Угу. Лиланд в центральном домике. Он убежал вниз, поэтому. Ведь вот он, блядь, бежит через центральный домик к большому заводу. Я за ним. Ты не вниз убежал, что ли? Лиланд у меня тут, ему некуда здесь идти. А нет, просто, есть, охуеть. А просто хуярю, Афрос пытается... Лилан с двумя хитами в сторону центрального дома убежал. Я убью его. Вот Афрос, пойди, он внутри туда ходит, или машина, или в этой. Я ему дал еще хит. Могу покормить деда. Пойду покормлю деда. Давай. В дверь кто? Ты наверх поднимался, Арсений, по маленькому заводу к парковке? Нет, нет. Там кто-то поднялся под этому, к двери. А вот здесь? Да, я понимаю. Анимка у меня душная. Да, вот так. Нет, такого нет. Так, короче, один внизу в подвале под большим амбаром. Кингвош, спасибо большое тебе за переподписку, старина. Благодарю за 11 месяцок. Спасибо большое. Посмотри, чтобы не открыли большой просто. Я так плохо, в принципе. Я чекну боковой большой. Так, я иду к большому. Вентили позабирали? Вот это вопрос хороший. Кости лутает внизу. Большой завод не тронут пока. Походу, в большом амбаре. В большом амбаре Лиланд. Возможно, деда будет. А, нет, понял. А похуй на этого деда, даже если я не его заебашу. Да, хорошо. У тебя все замки висят? А, да, 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 да. Боковой. А, это не Лиланд, это Сани. Вот. Опачки! Закрыто у меня. В большом амбаре Сани. В Steam, походу, Лилия лег. Наверху, ну, в большом амбаре. Большой амбар Лилиан бегает. И Сани был тоже со стороны большого амбара. Да, вот он тут у меня, блять. Гоняй Лилиана, он тут ходит по этим. Вы обоих гоняете, правильно? Да, у меня, да, Лилиан, да. У меня Сани убегает. Лилиан пытается просто с этой хуни. Сани внутрь с бокового выхода идет. Который пролаз боковой. Ну залез туда опять, говнюк, блять. Ловлю его. Давай. Лиланда видите еще? Не видите? Бля, Лилиан тоже Лиланда у меня был. Блядь, меня наебал Афрос. Он вылез обратно? Афрос пошел, нет, Афрос пошел вниз. Лилиана вообще потерял. Гоняй Афроса вниз. Все, нормально. Так, а Лиланд последний, бля. Ой, не Лиланд этот. Сани. А я пойду дедулю накормлю. А вот он, Лиланд, блядь, перед... А, Лиланд вылетел. Он ливнул, да. Я тогда его не буду пока убивать, я деда сейчас накормлю. Вот я гоняю его внизу, может. Сейчас, сейчас. У нас сейчас будет дед максимального левела. Ты его гоняешь до сих пор? Да, да. Он там в этот, в дырке лезет.
Да, иди с той стороны, да. Так, все, дед фул. Он у меня. Вот как он мимо меня прошел. Гоняет дальше. Убегает. Ладно, так не зайтать. Ну вот вам и китайские ники. Ну да, что-то ребятки расклеились. Типа то, что Steam лег. Ну, часто вылетает просто в первый раз. То, что Steam лег на пилу, не влияет, у нее сервера не на Steam. Точнее, такое, что реально люди просто escape нажимают и выходят нахуй. Минус социальный рейтинг у вас получается. Не умирай, Ретес. Ой. Так, а чё мне на третьем левеле эта хуйня дает? Расход выносливости снижен. О, ну 15 при пузыре больше 50%. Охуенно. Мишанька, ты что такое объяснил только что? Твой думай, блядь, какой Мишанька нахуй? Воду попил, шутку объяснил, блин. Гайз, пресс рейди, плиз. Пресс рейди, плиз. Охайо, гадзаймас. Охайо, охайо, спасибо Пшежго за 5 ПЛНов. Спасибо большое. Yeah, thanks, man. Ой, так это еще Family House у нас будет, ебаный в рот. Польские злоты. Ну, спасибо, anyway. Моджо-джо. Йоу, шинжики, здорово. Ну, сука, реально, вот, поиск матча, точнее, старт матча 5 минут, это такой бред. Сейчас еще будет забавно, если они, сука, сдохнут, блять, меньше, чем мы их будем ждать 5 минут. Скорее всего, так потому и будет. Потому что в Family House, да, скорее всего, так и будет. Блять, какие-то пирожки кто-то жарит, блин, в подъезде. Так прям чувствуется пипец. Чуть недавно покупал жареные пирожки и вспомнил, как это охуенно вообще. Блин. Ну, кстати, 2 пати. Какой кайф. По 2. Печеные пирожки, это, конечно, ну нормально, типа, хоть ну, бочку, неплохо. Ну, но жареные пирожки, это отвал пизды, конечно. Жрать хочешь? На самом деле хочу. Не успел пообедать, что-то по таймингам проебался. Пока там с интеграцией разбирался и так далее, что-то, блядь, не пообедал даже. Поэтому да, жрать хочется. Факты.
Ну ебаный пиздец, ну я реально ебаный. Вот и сидят в пати, знаешь, то есть у них есть человек, который им скажет, нажми, сука, ready, уебан. Да, блядь, у них просто, понимаешь, в каждом пати есть свой сандей, нахуй. Это реально, блядь. Что, не ready нажимают? Да, уже 5 минут ждем. За нас 1-4-4-5, блять, уебок. Я ему нахуй репорт кину, секунду, блять. А тут можно кидать репорты? Да, конечно. Да, ебать. Репорт, блять. Блять, так ебаны. А список игроков? А это заблокировать или отчет именно? Нет, там репорт, отчет, отчет. А, блять, а я его заблокировал нахуй. Сейчас. Нормально, больше не будет с нами играть. Отчет, блять. Да. Смешно, если будет АФК игру стоять и сразу же сдохнет, блять. Нормально? Просто стоит на лицо его друга, блять. Что вообще думает про такое? Search continues in Muerto County for a missing University of Texas student. Жалко, тут только система не такая же, как в этом, блять, как в Доте сейчас. Но честно, что-то вот это слышал, типа, про репорты за токсичность, вот эту всю хуйню. Блять, я так немного дотку посматривал, пиздец, все так же, нахуй. Хуями кроют, блять, друг друга, только успеваю это, отнекиваться. Так, они кроют тебя же, ну. Да. Они кроют тех же, кого прыгают. Короче, это потому что они попадаются вместе. Угу. О, спасибо, Шешго, спасибо. Таким же покрывателем, нахуй. А сколько 5 ПЛН это? Я вот пирожок покупал, ну там такой большой пирожок, 60 рублей. Хватит, нет? The Family House? Family House. Блять, ублюдская хуйня на втором этаже опять. Шумели там. Молодцы. Что-то опаздываешь, Сенька, опаздываешь. О, пиздец. Ну это из-за того, что они где-то быстро спущусь, пока они не вышли. Давай. Я сейчас деда уже напою. Поэтому там прикольно им будет. А, блядь, а где? Ладно. Но они еще никто не вышел. Да. Вижу двоих у себя тут. Блять, да... Попиздили эти все. Ты, конечно, сын, да? Они все. Хорош. Чучара, тварь ебаная, 5 минут ждали, сука, чтоб ты сдохла, как собака, блять. Так, а дедушку я накормил. Я забыл, что я не могу закрывать. Гоню еще одну. И до сих пор никто не вышел, если что, с подвала. Так они, блять, они и не открыли нихуя, как будто. Да. Ну, может, так и есть. Они Sony. Плюс-минус нуп, если честно. А, подожди, так у меня тут двое. Да, да, их там двое. Так, убил еще одну. Хорош. А ей же пишется то, что я ее срисовываю, типа. Да. Блять, сука, я ебал. Она дискомфортится от этого, поэтому норм. Вот еще срисовал Sony.
Все, блядь, замолчали. То что ли пойти спуститься? Ну пока еще никто не вышел. Да? Ну, вообще нихуя не открыли. У меня вопрос. Уйло, блять. Одна. А, не. Перелома, так, у меня блядь. Она. Вопрос. Она каленая. Гоню Анну. Блять, у меня стамины нихуя нету. О, здорово, мужик. На тычке тебе не хватало. А у нее тоже, блядь, стамины нихуя нету. Ой-ой-ой-ой-ой. Родосик, вот она, вот она, вот она, Анна. Сзади. Давай. Хорош. Да, жесткий типы, блядь. Да, каточка имба, блядь, реально меньше 5 минут длилась. 5 минут ждали, типа ни одну дверь, блядь, не открыли. И ливнул нахуй, типа сторокова зарезали, сюда подвали. Боже, что за уёбан? Это просто пиздец. А мне нравится заставку в конце просто смотреть, как этот Буба там с пилой, блядь, танцует. Качай слов быстрее, вообще отпускать никого не будете. Так вот, качаю, типа. О, Gas Station, блядь, наконец-то. Вообще сегодня ни разу его не играли еще. Эдриан Кок. Ну чё он Рэдди, блять, убрала? Ready, please. Stai zitto. Тут они по очереди, блядь. Да. Бля, я сейчас отожму Рэдди и пойду брать банку с ананасами без пизды, реально. Жду 30 секунд. Если она не жмет, я пошел, блядь. Все нормально. Слышала нахуй. Ты любишь ананасы, консервированные ананасы? Конечно, это ананас, ананасы охуенные, факт. Не, ну они вкусные, но я не то, что я прям люблю, пиздец. Я беру просто банку себе покупаю, и когда хавать нечего, открываю банку, хаваю банку ананасов. И персик. У меня просто вот еду, которую присылают мне, там в комплекте просто эти... Ну, закуски идут, и там я эти дольки дыни беру или дольки ананаса. Вообще заебись. Тебе, наверное, свежий ананас присылает. Да. Бля, хуйня ты раз уже год нахуй. Ну вот уже 10 месяцев, блядь. Это пиздец, блядь. Это вообще охуительно просто. Бля, вот бы мне в Москве нахуй, я бы чё их брал бы. Чё бы делал? У тебя пиздил бы еду, говорю. Ну он сколько рузыч, блядь, подхавывал. Прихавает? Нет, ну просто убрали один этот, ну типа не два. Почему набора, сейчас? Короче, один. Почему? Ну так получилось. А, думал он отказывался. Чтобы грузочник хавал просто. Да, типа они написали, заебал он хавать, блядь. Ну, точнее, блядь. Заебал он не хавать. Что у него 6 приемов это пищи, пизда, блядь. Хотела... Ну, это пизда, скоро ходит дверь уже. 6 приемов пищи было, он, дай бог, 3, блядь, в день съест, и все, и остальное вот остается. Сандею потом отправляем. Открываем.
На СНД да и не против. А я еще был против. Я скажу, она открыла. Да, она открыла. Где, она пишет, ну она с киллом открыла. Хони с киллом открыла? Да. Пиздец, блядь. Так она не пошла. Я дверь закрыл, они все внизу еще. Погоди, а ты видел ее, как она это делала? Да. Так тебе надо бы сразу ее гнать, она же без стамины, блядь, в этот она момент. Она мне, блядь, она гонится у меня в дырку прямо. Двери дырка рада сразу. Угу. Ну я спущусь быстро, пока они не вышли. Бля, ну заебало. Я те же замки расставил. Если... Они открыли вертикальную мишень, которая в амбар ведет. Ага, я иду. Понял, тебе помочь? Бля, надо было подождать, чтобы она открыла. Я наверх поднимаюсь. Артемунзыч, спасибо большое. Давай. Тебе за подписочку. Спасибо за поддержку, благодарю Билан тебя. Билан скин проебал. Билан сейчас будет выползать в этом. В вертикальном? Да, да. Давай, я жду его. Опа. Ждёшь? Да, да, да. Он без скина. Ой, блядь, я что-то разульку его ударил. И все, блядь. Но он убежит от меня. Он к дому идет. Ну, а там его и никто и не вкрепит уже. Дом. А, давай, давай. Вот он около дома сейчас. Побежал в дом. Да, вижу. Видишь его, да, давай. Хуярь тогда. Вот, сука, деда зарезал. За шо, блядь? Данул его. Малютка нулевого уровня, блядь. Давай, давай, Радосик. Ой, хорош. А. Все, блядь, Лиланд. Там конишь, дохуя XP имеет. Стримишь, а я замок. Да, сейчас посмотрю. По XP смотрите, замки охуеть. Да, да. Бля, это упало, сука, у меня. Открыла, открыла левый. Открыла левый Акума. Ой, нет, генератор, левый генератор открыла. Сучка, блядь. Надо идти смотреть. Я пойду. Тут закрыто как будто или что? Ну, вот там. Закрыто? Да. А, тут ну она первый замок сняла. Но дверь не открыла. У меня здесь. Угу. Кони нахуй тут где-то сидит, я тебе отвечаю. Возле деда, да. А Фьюзу видели, где она? Ну, в доме, наверное. Сука, не достал. А, не, не в доме. Вот, да, Фьюза возле дома. Возле дома? А, да, ну с той стороны, да-да-да. Сука, опять я по стамине въебал. Так, дедушку карманул. Ой, страшно с тем замком на самом деле, Родос, там периодически посматриваю его, да-да-да. Она, да. Она тут, да? Угу. Открыла. Не, не открыла. Не открыла? Убегает куда? Блять, нахуй ТП-шнулась что ли, блять? Она открыла. Она убила. Да, она открыла и... Вентиль открыли. Вентиль открыли, да. Вентиль закрывайте, я убил. Вентиль закрываю. Пишешь? Ну закрываю, я хуй знает. Пишем тебе ножи, наверное. Да, успеваю. Закрыл вентиль. А что открыли? Еще раз. Открыли. Все, она там ходит. Она ходит сейчас у генера прямо она. У генера, понял, блядь. Тут она где-то она рядом. Пошла, я так она понимаю. Пошла на заправку бежит. Она сейчас будет открывать, надо идти, рядом съебашить ее. Я бегу. Она стоит в двери прямо. Ну, она и открывает, потому что. Нет, не открывает. Она где-то внутри здания, жду вас. Давай. Давай, может, Мишаня посмотришь эту хуйню? Ну, она вот у меня вот тут вылазит. Ну, вот вы справитесь. Ну, она к этому, к колодцу бежит. А, не, не к колодцу. Ебать, она жесткая. Там колодец справа сразу. Она в дом бежит. Я не успею закрыть. Я не знаю, где этот вентиль ебаный. Вентиль у меня вот тут. А, вижу Джули. Закрываю вентиль, закрывай вентиль. Пать, долго закрываю. Она за тебя рада, если. Ты успеешь ее закрыть? Да, да, да. Конечка похилилась уже, если что. Сучка, блядь. В доме она ходит, там убежала. Она в колодец прыгнула. Где Кони? Привет, ребята. А, здорово, Санёк. Кони у меня вот тут внизу бегает, в подвале. Пошли за тобой. А, это блядь.
Не. Сорвав пойдете? Я бы пошел. Да, можно. Ну, мы на полчаса максимум там патч в этом. Они открыли генератор, да? У меня оно внизу. Или кто-то тебе, Джули. Тебе выйти. Я понимаю. И поставить свой замок на последнюю дверь на генераторе. А вот у меня кони, блядь, бегает. За домом она сейчас. Да, крутичится будет генератор. Я у генератора. Ой, аккумулятор. Фу, блядь. Ну да, не будет забей, набежала. Так, кони, во-во, вот она, давай, сука, блядь. Иди в дом, я тут постою. Опять принял голодец? Да нет, она в дом забежала. Вниз забегаю. Убежала вниз. Убежала вниз уже, да? А, да, она вниз убежала. Все, окей. А вы уверены, что там не выйдут на заправки? Я смотрю. Так, я иду снимать замок и туда. А, заправка пока закрыта. Бля, хуёво, что я не могу навесной замок вешать в место, где его уже сняли один раз. Роха там. Ну, это пиздец. Это тупость, типа. Я считаю. Они типа... А, вот у меня Джули. Там пойдет. Молодец, просто прыгает. Так, закрыл заправку. Может, пойду снизу поверять? Нет, снизу не надо радоваться ходить, это точно. Сейчас я... Шум. Я попробую один раз. Попробуй, ладно. Там закрыто, не буду. И хуёво, у нас дед прокачанный, они каждый раз, когда падают в колодец, им полыбала отрывают. Да, вот. Это вообще охуенно. Я у деда буду. Ну, я наверх поднялся, точнее. Бля, будем знать, что тут тоже кровь есть, вообще можно супер буститься вначале. А, пойду деда накормлю. Третий левел будет уже. Ты мониторил эту хуйню. Если будет варик мешать, сними с красного контейнера замок и повесь на ту дальнюю дверь. Я тогда смогу контролить и замок, и вентиль. А так пока тяжело. А, давай, 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 давай. Фьюза меня смущает. Фьюза в доме или где? Да. Это же тут. Периодически подчекивает. Она закрытая. А, передо мной... А, фу, это, блядь, синяя бежит. Это ебаный рот. Вышла к заправке, заправки бежит. Заправки? Она только подошла. Она только подошла туда. Пускай это удача ей там снимать мой замок, блять. Ну, подойдите кто-то на тут в комнате. Сидит. Я сейчас повешу замок, нет, и подойду. Да, если я подойду, то он нам открутит другой выход. Не можешь пока просто погоняться за ним. Так, перевесил замочек. Не вижу, нахуй, она где-то сныкалась, блять. Сейчас я приду, найдем ее. Средней кнопкой мышки Родос использует. Ты слышишь, будешь слышать ее там дыхание, а, вот нашел, это все. Нашел. Два раза ее ударил. Угу. Куда она побежала? Выход на улицу. Я ее убью, походу. Еще один удар один остался. А, вижу ее. Так, он не у меня здесь в кустах сидел. А, я сука, застанил, бля, она выбежала. Нормально, Родос, нормально, все. Все, я зарубил кони. Джули сейчас здесь третий раз колодец пойдет, да? На похуй просто. Давай. У тебя в колодец падает чвиха? Да. Угу. А мне кажется, она сейчас умрет. Ну, она уже такой раз падала. Ебать, и встает. Охренеть, блядь. Так, ну я деда еще заправляю на левел. Давай. Ну, Дани Роуз, тогда и стамины, блядь, будет не хватать, которой и так нету, и урона еще меньше, которого и так нету, понимаешь, типа.
Ну, вариантов у нее немного. У меня бегает здесь. Опять колодец? Ну, это раз точно же не увидишь. Все, готовченко. Но столько уже не выживают, для сколько она пыталась. Ну конечно. Еще и на самом таком слабом чаре. Угу. Какой в смысле? Так, ну здесь, кстати, опыта должны были нормально навалить. Потому что катка такая, не быстрая была. Ой, а че мне подало-то? Пати, заходите. За кого вы играете до этих живых, чтобы кого я прокачал? Я кони, наверное, буду брать. А ты Арсений? Он за Джули играет. Я за Анну. Как ресетнуть, блядь, скил 3, R. У тебя либо Лиланд, либо Сони. Жестко. Наконец-то уровня хватает, чтобы и серва, и мана качать. Это хорошо. У нас... Привет, Дон Пикигион. Да нет, фоне, я только Дона Пикигиона вижу. Который должен попадаться, открывать быстро все двери. Миш, ты какой а хитрый, как... а? Лиланд, чтобы качать, чтобы через этот... Станы, хуяны, это через какую ветку? Сейчас скажу. Знаете? Тебе налево, Родос. Но там не через станы, там через ножи и выживаемость. Последний Лиланда, чтобы по станам давать, что лучше, левый вид? Он там откуда знает. Я без понятия, какую ветку. Может, Максим подсказывает. Ну тебе нужно типа найти первый. Это что-то кинуло, Родос. Двери убивать, станет ножом на дольше и... Это вот двери, да? Что-то не скинуть. Нет, это на то, чтобы ты жил, мансил и ебал. Это вот топовый билд в ютубе. Топовый билд, забей. Что не топовый билд, это обычная хуйня какая-то. Арсений хуйню несет, как обычно, не слушай его. Чел, лишь бы попиздеть. Понял, что ты пиздишь, Арсений? Он, кстати, просто нашел типа вот чела в ютубе, думаешь, что это топовый билд. Ну, который играет, блядь, по 50 часов в день в эту игру. Конечно, он знает лучше, блядь. Да пойди так в день, блядь, 24 часа. Топовый билд, это который тебе подходит, как ты играешь, а не просто чела, который, блядь, как-то играет. Ты, наверное, и деки в Хардстоуне копировал, да? Конечно. А, всё, блядь? Я придумываю велосипед, блядь. Не знаю, Саня, я желейных панден, мне плохо, если честно. Подумал, мы с Рах не играли, сейчас по сосям бомбу устроим. Да, может быть такое. Саня, ты в Доте тоже по Immortal Phase играешь? Да, что-то, наверное, вот эту хуйню будем брать. Хорошо. Так, а вот вопрос, Саня. Ну, на вопрос отпадают. Ты можешь, Родос, посмотреть на эти перки, если они тебе не понравятся, возьми, какие тебе нравятся. Я взял, мне не нравятся, Саня. Ну, бери другие, значит. Я говорю, я взял, мне они нравятся. Бля, сейчас, секундочку, они что-то... Нет, не буду.
Что-то я какую-то хуйню как будто взял. Вот, вот это мне не надо, и это мне не надо. Нахуя я это качал, блять? Так, секунду, парни. Endurance — это стамина, а Tolonginess — это что? Это стойкость? Твоя максимальная хп и сколько ты восстанавливаешься после удара. Сколько хп восстановишь. Игра закрылась. Бывает. Ну все, я нахуй буду ебать, как парень на видосе. С нулевым уровнем, да? Всех перков. Ну все, ебать без перков. Я буду ебать, как парень на видосах, не надо мне. Вот, вот, блять, вот не пиздите, но вот когда вы были пиздюками, играли в квест, вы брали конфиги нахуй у кого, блять? Кого? У кого? У профессиональных игроков. Я конфиги не брал. Тоже не брал, нахуй надо. Качали с каких-то kfg.com или охуенно. Прицел симпла все ставили, да? Нет. Конечно, нахуй. Тоже не ставил. Я сейчас с дефолт умираю. Запускай. Не, стой! С дефолтом я играл. Скорость поиска. А скорость поиска — это что было бы? Да ладно, я там нормально поискаю. Я буду шуметь. Чем? Да. Лиланд — это не персонаж про поиск. Ну, Костя, ты ему надо брать. Блять, да почему 29-то? Где еще один? Где 30-й? Отдали, Миша. Да не, погоди. Ты просто выбрал такую прокачку, где его нету, Мишань. А, да? Угу. А, ну, кстати, такое может быть. Ладно, что, сейчас. Что? Я перекачаю все нахуй. Да не-не-не. Ребят, вы знаете, что из желейных мишек можно сделать клей для обоев? Удобно, блять. Так, ну я вроде бы готовченко, все. Сколько, когда последний раз мы за сроков играли? Ух, блядь, неделю. Давненько. Неделю назад, наверное. Саня, ты этот, играешь в этот? Ну что? Starfield. Запустил только один раз. Сегодня? Как, разъем? Не разъем? Первые пять минут мне понравились. Отзывы реалистичные? Там очень хорошая лицевая анимация у сюжетных персонажей. Лучше, чем в Baldur's Gate. Да, конечно. Что, нормально работает? Проц вывозит? Заебись. Да, вывозит, вывозит. Шо, бля, погоди, говорит, что Starfield шо, требовательно жестко или что? Нет, не очень. Не оптимизировано, она скорее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А почему мне пишет, что кони 9 уровня? Потому что я не до конца докачал. А, вот сука, ну там уже нечего. Вложи, блядь, в перк. Да не, там... есть, есть. Не, у меня один там, этот. У тебя 49 из 50. А, ну, и стоит. У меня только скиллы остались по 2 стоимости. А, у тебя не хватает этих? Уровня, да? А, ну, наверное, да. Ну, у меня вот один в общей сложности остался. Ты когда скиллы возьмешь, скорее всего, будешь 10 уровней. Бля, реально, эти обои сожрут муравьи. Сейчас термиты нахуй или всю хату пожрали, блядь. Это, а вот чтобы Костю пиздануть сзади, типа, что там нажать? EQ? Левую кнопку мыши. Можешь вокруг него крутиться и спамить ЛКМ. У тебя такой, Родос, билд. Ты бьешь ножом, потом толкаешь плечом, и потом вторым ножом добьешь. И ты его так секунд 15-20 держишь. Бля, я думал, сначала кюшку, потом ножом, потом вторым ножом нельзя? Два ножа подряд нельзя дать. КД будет. Там КД какой-то есть.
Не, ты можешь, короче, дать нож, он там будет долго в себя приходить, потом его толкнуть, он еще будет долго в себя приходить. Я понимаю. И потом, возможно, еще раз хватит на нож. Но это не точно. А у тебя третий перк радос, этот типа у тебя нож может не потратиться, когда ты ударишь, да? Да. Первый перк самый имбовый. Если тебя бьют и 15 секунд ты не получаешь урон, ты полностью восстанавливаешь на третьем уровне весь тот удар. Спасибо. Сеня, ты стелс вкачан, да? Мысли? Ну, в открытие дверей стелс ты вкачан, да? Нет. А во что ты вкачан? Стамину? Да, все по чуть-чуть. Больше всего стелса. В смысле, он там не встал вообще? Алкоголь. Вот это я понимаю, блядь. Ой, блядь. Ну да, просто если бы не шумели, пока мы не откроем. Открываю дверь. Первую дверь. Не, он шумлю. Я тоже не шумлю. Радос, ты шумишь? Буба там, да, Радос? Да, он тут стоит. Так, одну открыл. Открываю вторую. Ебать, а как? Ты не застанила его. Не палим бы. Что ты делаешь, чел, на? Он идет, Сень. Не, не идет. Не идет, он ушел. Я открыл вторую. В смысле, ты уже две открыл или просто вторую? Твою, не, вторую. А вторую. А я одну открыл. Угу. Ну бы третью, но здесь она бубу байтит. Я сейчас постараюсь еще одну открыть. Открываю третью. Как же долго, на самом деле, я ищу. Ну да. Ага. Поэтому, Максон качал ему стелс и быстро искал. Третий получается. Здесь вроде их 4 всего в этом. Вижу Радоса. Видит вас? Не-не, я говорю, вижу тебя. Второго. Сейчас я буду готов, Саня, пойду сейчас к нему. Миша, они 4 выхода, 3 открыто уже есть еще. А, да? Да, готово. Ну, я попытаюсь, конечно, найти. Он у меня на костях стоит тут. А, блядь, Джокера вижу, иду, ебаный в рот. Чего рубишь? Да и типа я то, что тебя рядом вижу, значит рядом Буба. Подожди, раз, два, три. Или да, здесь 4, в Слоттерхаусе 4. Мне кажется, надо открывать. А что за. А зачем они же еще не это? Блять, пиздец, ну. Ну так вот именно они нахуя нам ждать, пока они накормят деда. У него 2 раза не накормили. Ну ладно. Ладно, типа, блядь, чтобы тут... он же орет, когда мы открываем. Я чуть не сдохну никак... сейчас, блять. Я три, он 3 раза меня пизданул, блядь. Миша, не знаешь, какую дверь открыли или не знаешь? А, я... Где комната с предохранителями, блядь, у меня подписана. Подарил его тоже. Короче, я понял, у нас не открытая, только там не бойлер одна. Я, если что, открою с другой стороны просто, да и все. Да есть хилки, блядь. Да есть хилки. Он к тебе пошел, Радос. А я готов. Он ко мне, пошел. Дай мне только нож, блядь. А вижу его. Но, нож тебе нужен, Радос? Я вижу. Не, нож не нужен. Угу. Он вернулся там, ко мне. Он ломает там. Сейчас приду, садись. Да. Я открываю последнюю. А, ты нашел ее? Хорош. Да, да. Ну, все тогда. Буль его! Попал. Хичхайкер и этот, да? Хичхайкер... А, не, Джонни... А, Джонни и Сиси. А, где твой хичхайкер? Так вообще хорошо тогда, блин. Главное, Джонни не попадаться и все.
Выходить на ордер? Да. Таня, ну кто это, блядь? Не видишь, накормили сходу дедом. Блять, ебать душит тварь. Так, ну я пойду пробовать классический большой завод. Ну, я этого типа душу внизу. Давай. Буду ножи себе искать. А этот, фьюза... Это Бубан большая дверь большого завода. Он меня через дверь ебанул. Ладно, попробуй, пойду фьюзу на сразу. У меня две отвертки. Вы ебать меня душ... А я походу все, мужики, за мной три типа бежит. О, это... Ну это и плохо, да. И хорошо. Не, ладно, я убежал. Пойду деда убью. Давай. Не. Так, ну что, там на самом деле такое пространство для маневра, блядь, пока они внизу, это пиздец. И у нас есть кто-то сверху делать что-то? Я уже дверь большого завода открыл. Хорош. Ты закрыл, Саня, ее? Или если ее закрыть, она звук издаст, да, вроде бы? Она звук издаст. Я вам Джонни веду, ебать. А может не надо? Ну. Я бы просто здесь могу мансить дохуя долго, а там у тебя, Саня, есть отвертка? Да, я открою. Блять, а шо ж ты тут-то палишься? А, ну мансить, чтобы, да, его? Ну да, что делать? Скопяет здесь. Ну у нас уже пришли здесь двое. Сиси тоже вас? А, вижу, да, Сиси. Да. Ну Сиси, они-то за мной бежит. Пройди в подвал, здесь есть спуск. Не хочу пройти в подвал. Ладно, я тогда прыгну. Я просто съебусь и пойду, другую открою, например. Привет, Атос. Ебать, это прыгнул. Буба? Ебать, он не заметил. Ебать, Радос привел. А где, где дед? Ко мне. Вот тут? Справа дед? Я без понятия. Я деда завяжу. Ебаного деда, нахуй, чмошника. Что, Сиси теперь на большом заводе будет, да, сидеть? Гоняю Бубу. Я почти открыл этот парковку. Угу. А они разве там не тус... А, в смысле, парковку... Не с большого завода, с малого. Бля, я не проебался. Сиси на большом заводе. Ну да, она на большом заводе будет перейти, она не даст уже там ничего сделать, мне кажется. Ну Джонни тупо на мне ходит. Угу. Сиси на мне. Ну Буба на мне, блядь. Я его ну, нормально, ебаш. Так. Ну я сейчас открою дополнительный проход, который на большой завод, второй, с другой стороны. Давай. Чтоб он был, так сказать, на всякий пожарный у нас. Это какой-то бот, блядь, на Джонни. Скажите, если Сиси уйдет. Сиси не ушла, я спрыгнул в подвал. А, бля, хуёво. Хуёво, что ты спрыгнул в подвал. Не, ну хуёво, что она, в смысле, не ушла. Так, ну другую дверь завода я открыл. Не, просто Сиси сейчас ко мне придет, и я, скорее всего, сдохну, если она придет. Угу. Ну, Буба. Ебать, наверное, блядь. Горит он уже с тебя, да? Ну это просто невозможно, чтобы вы понимали. Я не знаю, может, Джонни просто АФК стоит, ну типа на мне. Блять, у меня инструмент. У меня инструментов нету, блять, это самое хуёвое. Это вообще пиздец полный. Где Джонни? Не, ну сиська до сих пор на заводе, блять. Джонни тупо на парковке стоит. Ой, ебать, а стамина-то нету, она. Так, я вентиль нашел. Пойду искать еще фьюзу. Ах, сучка, блять.
Да, походу бубакам пошел, да? А у нас отключились типы. Они ли... Сал только Джонни. Джонни? Джонни остался? Джонни на мне, мужики, если что, он просто бегает туда-сюда. А чё они? Вылетели, типа, или чё? Хуй, скорее всего. Не, я думаю, вылетели именно. Я тоже думаю, что они вылетели. Парень, ну я физу открываю, если кто-то хочет выйти по физе. Я эту открою... Акум. Я не понял, меня типа хп забирало, из-за того, что Джонни на меня смотрел или чё, блядь, мне так не сказал? Где дед, блядь? А вот дед, а, Джонни. Физа открыта. Думаешь, сгорели, Шуля? Ну хуй его знает. Что оба, ну, меня, одновременно, меня типа... Я такого хуёвого мана ещё не видел, блядь. Как Джонни, это пиздец. Блядь, я проебал. А не, не проебал, на. Ты сильный, Родос, ты не можешь проебать. 40 силы. Я пойду ещё вентиль открою. Давай, фарми поинты, Санёк, конечно. Поинты полутать. Ну куда ей бежать-то на выход? А, ну я уже сейчас скоро открою этот акум на большом заводе. Я теперь сижу выше. Я ищу вентиль. К сожалению, тяжело его найти. Ой, а яд ебанул, ебать, я долбоёб. Да, сись отравил? Да, да. Я делал хилку с ядом, я забыл про это. А, отравил хилку? Че, ты, Родос, уже бежишь ко мне? Не, а где ты, Миша? А, большой завод. Да я клапан открываю на выходе в основном. Все? Ебать, все вообще клапан. Выходы нахуй. Клапан давления включен. Так, а что, Джонни еще играет? Не такой, я его запулил чуть-чуть. И баллон включит. Прикольно. А, Джонни у меня, ебать. Ебать, он быстрый. Побежать тебе, Саня? Не, не надо. Костей нету. Не надо, не надо. Некачанный, прокачанный Джонни убивает без трех ударов. Я сейчас опять включу в подвале выход, если кому-то надо. Угу. Саня решил именно затравить этого. О, Джонни, думает, блядь, Джонни, иди нахуй, реально, будем все выходы открывать. Так что, эта хуйня не открывается, блядь. Сейчас откроется вентиль, скоро пройдет. Он заряжается просто. Бед нахуй. Пошел вот нахуй. Он зарядился. Он. Что, выходим? Я готов выйти. Выходи, Миша. Все, давай. Я тоже выхожу, Родос, за тобой. Техническая отмена? Ну да, наверное. Ну хотя, было, мы как, просто сменил, когда мы его. Играли, вылетали мы, а тут непонятно, типы или вылетели, или еще сгорели нахуй. Поэтому хуй знает. Не знаю, если честно, Фон Крудыч. Ну, бля, вот типа если так взять, я думаю, мы бы... Это было жестко. Мы бы все вышли вообще легко просто. Space, наверное. Поэтому, наверное, не отменяй. Мы бы реально все вышли. Он реально в тирите ливнул? Я не знаю. Ну, я там... Получилось нож, потом стан. И у него пилы... Просто, короче, как это было? Я вам сейчас эту ситуацию отрисую. Это челы, они, короче, живут... Вдвоем в разных комнатах играют, и Родос там булил Бубу жестко, и он просто пошел и молотком въебал в роутер, нахуй, и второй тоже вылетел. А, ну или в компьютерном... Больше всех очков. В компьютерном клубе реально сидели, и время кончилось, тоже база. Мы все выходы, кроме маленького завода, открыли. Да, да. Ну так я ж сказал, Барсик, типа, Буба сгорел, ебанул роутер, нахуй, и Сиси тоже вылетела. Чё, Родос, как тебя Лиланд? Ну, норм, наверное, хуй знает. Он опять чисто же, на развлечение там, деда. Да, ну там типа тип, наверное, тоже Буба. Такой себе, он сидел, блядь, спамил тупо налево-направо, меня терял из виду. И есть шанс, что, мне кажется, из-за пинга он мне один раз пизданул. Я был так далеко, а урон получил, типа. Там бывает, когда ты в катакомбах его мансишь, ты можешь просто сесть одним, и у него камера тебя не будет видеть. А это не те же, кстати? Нет. Не.
Мне кажется, Буба и это те же. Когда уже чужого в игру добавили, Даня Стрик, ты перепутал немного игру, там в другую уже добавили. Еще что у тебя пластырь дает? А, он мне дает восстановление выносливости через 7 секунд после получения урона. Не-не, на хевере не нажали, мы сейчас пойдем без мана. Теперь же можно шестером стартануть в пульсе. Теперь можно шестером, да. Либо а билка на 2 отвертки, но она иногда срабатывает, но не всегда, к сожалению. Сколько там у меня процентов? 30%. Да, Сиси с ее атакой, это, конечно, пиздец. Лучше на нее вообще не попадаться. My love. Третий хитчхайкер на левом уровне. Что-то будет после кожаного лица? Да? Ну да, либо Даркер, либо Тарков. Не Балдурсов не посмотрим. Будет. Я сегодня чисто посмотрелся видосы и билдовый поясняется все. Так он и вчера, ой, когда мы играли. Вчера вроде мы играли. Но я бы хотел перекусить, как минимум. Хотя бы быстренько. Будет сегодня Даркен Даркер? Да, и там же быть. Типа сейчас ДНД на этот, как он называется, профилактика. А до скольки там профилактика? До 7, по идее. Попробуй зайти в лаунчер. А там даже в ламчер не получается зайти? Угу. Опа, кок. Кук, блять. Кок. Да, не работает ламчер. Да, потому что сейчас 18.59, чел, вот еще, блин. Ну да, да, да. Хайкер. Нет, так Геншин будет, Геншин будет в конце. Я надеюсь, там Сиси не в урон, а то я, блядь, быстро откачурюсь. За $100 Фури Лоу пойдешь? Если это можно притянуть вообще, то да. А что за карта? За 2 часа. Бойня вроде бы тоже. С черным экраном? А что если я ее уже прошел, мне по второму разу проходить? Кого? Фури Лоу. Ой, я пошумел чуть-чуть. Не считаю. Что там? Блять, отстой. Вот эта комната говна, блять. Так, Слутерхаус, да? Ну, вроде бойня, да, да. Да-да. Подвал понятный, в принципе, легко исследовать. Вертикальную открываем. Так, я сейчас первую открыла. Тоже первую одну открываю тут какую-то. Скажи, а вообще он шумит, он вообще где-то есть? Да, да, он где-то. Да, я вторую кость забрал иду. Я тоже одну кость взял. Открываю под дедом. Северная кладовая у меня называется место. Хуй знает, что это. А вообще что-то ломается? Если, если там рядом выход с физой, то это амбар. Кровь собирает, он кровь собирает. Если нет рядом с выходом с физой, то него... это большой завод. Да я бы знал. У него, видимо, билд на этот, на кровь. Ну, она прям за дверью, типа. Он его я слышу. Значит, нет. Значит, ты завод открываешь. Центр карты. Угу. Так, а мы сколько уже в общей сложности открыли? 3. Если ты открыл. Да, я открыл. Че, поболим его, Родос? Ну я сейчас дамерю. Может, на самом деле ставить, потому что там одну дверь осталось открыть. Если... Ну, куда ты пошел, чел? Заебал убегать, да, от нас? Давайте он побежал, ну. Да, в, а в красной есть дверь? О, давай срезаем его, пока он не распилил. Да, но Блядь, не успел. Я там открыл вроде в красной. Похуй, ты ему нож, ты ему нож дал, да? Да, да. Не, толкай его плечо. Осталось мешать. Потом снова нож. Или у тебя нет? Есть, есть. Ага, нашел, нашел, где не вскрыто. Вскрываем. Болен. Давай. Пубы. Хорош. Теперь убегаем.
Мы можно дверь открывать, я думаю, если не. Вы готовы к открытию? Я да. Поехали. О, он перегреется сейчас, Саня. О, можно ему нож дать, но я ушел уже. Да, он перегрелся. Нам так, нет, а я... О, блядь. По боковой открывать. Я бы хотел еще полутать костяху. А они там хичхакеры ебаные, единственное, что включают. Капаем, не забывайте. А где он, интересно, трапы поставил? Я за ним гоняюсь. Ой, ебать, это нихуя у меня пизданул. Хорош, Радос, туда ему, блядь. Да я чуть не сдох. Хиляйся. Писи в центре бегает. Угу. А кто там еще? А, дед Кук. Деда захуярили, хорош. Я ёбнул деда и в подвал упал. Угу. И у меня фьюза есть. Если кто-то найдет фьюзу и откроет, я вставлю. Но фьюза, фьюза не на большом заводе. Да, да, именно так. И не у деда там, но где-то в другом месте. А, они забыли закрыть дверь большого завода, приколись, блять. Кто-то... Эрик, это я ее открыл. А, ты открыл, ебать, ты хорош. Да. Потому что чивку, короче, сломать аккумулятор, там, сломать генератор, ебать. Встать фьюзу, блять. Это ты уже эту скрываешь, да? Ебать, тут, оказывается, была сись, я даже не заметил ее. А я умер, да, походу. Бля. Да, я умер. Не беги на большой завод туда. Хочешь скиллом открыть? Я... Ой, бля, я спалился, пиздец. Ну и хорош, бля. Давай это, хуярь. Я жив, бля, я не понял, я умер. Я жив, хуярь, я умер. Понятно, что происходит. Она была, стояла АФК просто, понял? Я к ней сам пришел, бля. Большой завод открыт полностью, с левой стороны бежишь. Выходишь. Вам за вами хитчикер бежит. Ну, главное, чтобы не успел дать мне тычку и похуй. Все. Мишень открыл? Да. Конечно, скиллом. Левая сторона, да, открыт? Да-да, с левой стороны. Я иду. Мишень, стой. За мной хитчикер бежит. Вот дверь за мной, Саня. О, жестко. А, ну хуй у тебя. Откуда у тебя стамина? Чё? У меня вот сердечко. А-а-а, ты чё меня отравил, сучара? Да пойдёмте. Отравленная была? Да, блядь, ебать. Там сердечко, Радос, 3 заряда, тебе полностью восстанавливает стамину, когда у тебя заканчивается. Ага. И теперь посмотри. Да, ну я бы выжил, если бы... Эта подруга сидела просто в двери и не двигалась, нахуй. Так это бы специально. Вот, Радос, типа, понимаешь, ее тактика, что самое интересное, сработала, блядь. Поэтому она все правильно сделала. То есть ты типа открыл дверь, она за дверью была или что? Дверь открытая была. Я просто захожу, она стоит там, блядь, в углу просто. И ты к ней пошел, да? Нет. Да ну, типа, дверь открыта, я иду к двери, блядь. А она слева, типа, понял? Ну как тебе объяснить нахуй? Она просто за углом стояла, блядь, за дверью. И не двигалась. Хорошо. У меня и так, типа, хп было мало от этого, от Хичкокера. Ой, от Бубы. И она просто меня, блядь... Ну тупо, бля. Ну тупо выебал тебя, так скажи. А, это из-за того, что у меня нож, типа, у нас начинается файт, да, я так понимаю? Если ты его левым помышел, да. А чё мне теперь письма от Genshin Impact на почту будут приходить? Там автор письма пойман. Только написано, типа, после каждой буквы точка. Типа P, A, I, M, O. Если ты в лицо их бьёшь, ну ты же не отправил. Да, Genshin не отпускает. Да, он там ваншот идёт во время драки. Так что всех, ну, только в спину надо. Проверка, взять. Ребята. Ну тут нету этого кука. Как бы. Угу. Но все равно, Сань, прыгнешь в окно, окей? Все равно в окно? Ну да, чтобы лишний выход был. Опять продлили и видосят невъебически.
Прикиньте, как обидно РМТшерам, что они готовы, блять, убивать игру, с которой они зарабатывали, просто потому что они не могут больше зарабатывать. Там какой-то патч вышел? Я готов ее уничтожить. Они сделали так, что типа новые игроки там не могут продавать. 5 дней уже, да? Или 10 уже даже, да? 5 дней, 5 дней. Ебать, из-за этого додосит игру? Ну типа РМТшники не могут зарабатывать. Бля, так охуенно, когда РМТшники нихуя то не шуми, могут сделать. Это я, ебать, я долбоёб, парни. Спамить начал? Это я что-то спамить начал. Слезай. Пиздец. Ну, от одного я ничего не будет работать. Ладно, сори, бля. Я где-то, блин, думал, я кости собираю. Ну, зато быстро слез, правильно? Я ненавижу подвал Family House, я ебана. Потому что хуй найдешь эти, да? Ну, типа, инструменты. Не, инструменты я нашел. Во всех, типа... Просто все двери он по краям, а в Family House они все, сука, в центре, блядь. Угу. Только одна с краем. И, блядь, заебёшься искать. Давай центральный проход. Пусти в пещере всегда возле... под этими. Пещера где-то, да? Да, под колодцами. Ну, идёт. Ну, вот что-то пилит. Буба. Буба. А, блять, уже сень открывает, ебаный бобаный. Одну открыл. Да, и там Бубенко пришел сзади. Он распиливает что-то. Да, хуево, что я далеко ушел. Сейчас я по вторую кость беру и бегу за ним. Он в центре, да, напрягает. Как Томас Шелби. Бегу. Я тоже какую-то дверь начинаю открывать, не знаю, смогу ли. Потому что я тогда гораздо дольше вас открываю. Так, я тоже какую-то дверь, вертикалку начал открывать. Это охуенно, Олег. Это реально охуенно. Я очень счастлив, что там РМТ душит, причем... Бля, ебать он нахуй. Он уничтожает меня. Тушили, да? Да, докторка и... Да, сука. Да кого там душит? Ты что, шутишь, блядь? Ну, нельзя ключи на барахолке продавать, выкидывать их уже нельзя просто игрокам. А, бери, бери, ты здесь открыл сегодня, да? А, я жалко. Здесь кони. А. Бери себе отвертки, если надо. Да-да-да, я хочу. Я просто не буду брать, потому что я долго собираю. Средние у меня закрытые. И смешали. Я открыл. Ты уже взял так быстро? Да, ты чё, я же вообще молния Маккуин. Я секунд 15 стою, беру. Не-не, ты чё, Саня. Тогда я возьму тоже. Так, я вот тут открываю, это ласт, получается, я открываю. Ну, ты открыл одну? Ты одну открыл или я одну открыл до этого. И я две открыл. Значит, это ласт. Да, да, ласт. Сейчас заспамлю Ешку. Давай, заспам, заспам. Может, тоже спамить. Спамлю, Саня, смотри. Все равно не это. Пойду поищу кости, деда ебану. Ой, блядь, ко мне сиси спустилась. Ой, шанс сдохнуть есть, блядь. Ой, пизда, ребята, я походу приплыл. Я бегу, Миша. Я душу, Миша, бери. Хорош, Родос, ты просто лучший. Я ищу фьюзу и открываю ее отверткой на втором. Родос, сегодня не ебнут там сейчас? У них второй хитчхикер? Да, ловушечник. Фу, блядь. Если на вертикалку поставил капкан, то я ворот ебал, блядь. Ну, надо подниматься наверх, наверное. Он да, но я сейчас подхилиться хочу. Парень, фьюза на втором этаже в центре. Я открыл. Mm-hmm. И вентиль нашел. Пойду в окно прыгать, вентиль открывать. Кто тебе звонил? Все четко. Так, а я не знаю, где Буба вообще, парни. Внизу. А я, кажется, он уже наверх пошел. Я мейн выход открываю. Можешь не прыгать, Саня? Да, можешь не прыгать, я открыл, я хочу, я хочу, я хочу! Еле даю, чтобы не втыкал тоже. Найс. Кто ходит внизу, Саня? Я. Это я. А где на этой карте этот?
вентиль вставлять в подвале? Разное. Знаешь, наверное. И буба, блядь. Нет, не в подвале. Все, все, хватит светиться, блядь. Где я? Просто хуй знает. А я ножи могу покидать? Бля, я долбоёб. Ебать, что? Боба пошел на улицу. А, да? К генератору. Боба к генератору. А кто внизу ходит? Я уже... Там чел какой-то внизу ходит. Я тут CC кровь собирает. Где? Где там? Где-то? На втором этаже. Ну, на первом этаже. Вот там. Я открываю дверь. Дверь наружу открываю. Боба к аккумулятору пошел. Угу. Опасно, радость, пиздец. Я пизды не дал. Хорош. Так, я открыл выход, который левый. Ну, вот этот главный выход, но левый. Не через оранжерею. Так, за мной оба. Сиси и хичкайкер. Парни, бегите все на дорогу. Я вырубил двигатель. Ага, хорош. Можем уходить. Дорогу, блядь. Не успел. Сори. Я вам физо открыл. Че, тебя Саня там уже это? Убили меня. Убили? Ёбаный в рот. Блять, сука, меня ваншотнули. Они вдвоем за мной гонялись. Да, я думал, я успею, он буквально вот миллисекунду. Ладно, я хотел, блять, поделать ачивочку, но походу пиздуй на выходе. Выходите. Так выхода нету. Я открыл фьюзу, фьюзу нет. Бля, у меня есть танк. А, фьюзу, бля, ёбаный в рот. Бля, я не помню, здесь куда, сюда или сюда? Не, ничего, я не успел открыть, сори, там миллисекунда была. Прыгай в подвал. Да я туда пройду, мне кажется, нормально, не? Генератор хочешь вырубиться? Угу. Нет, это даже не генератор, а аккумулятор просто. Вон они все. Че, вниз пойдут. Не, генератор тебе быстрее будет, он рядом. Он ближе всего к тебе. А где он? Вот тут впереди. Деда кормит. Старай, вот слева у амбара, видишь? Вот там, да. Угу. У тебя как раз два сердца есть, чтобы быстро долго бежать. Угу. Если бы сейчас слева, не... слева, не? Чем? Не, мы все в доме были, блядь. Кого? Ладно, иди. Куда? Иди в рукой. Закончи начатое. Садись, да, хай, да, я вижу. А ты не успеешь, да? Бля, вот крысы. Крысы ебаные, согласен. Давай на второй этаж. Да, и физу ебануть, дёрнуть. Тебя пошатит нахуй. Он бежит быстро, он быстрее бежит. Он перегрелся. Слева колодец. Раз, я не понимал. Его крысы. Ну что, мешай идти через главную дверь, подниматься наверх, врубать физу, возьми кость, может быть там капкан стоит. Да, да, да. Зайти она была. Была, да? Я что-то посмотрел. Ну, вон, через это пролазишь и там кость. А. Ну тогда они быстро, да, Радос, ешку спамил. Балаграфона, который пол хп потерял, потому что, блядь, половец упал, представили? Ну да. Ну, конечка. Конечка, малюточка. Ой, блядь. Нужно быстрее это делать. Ну, выходи здесь, поднимайся на третий. И надеюсь, что там нет капкана. Как спускать, слезать, шаришь? В смысле? Ну, где выход находится? Ну нет, ты мне подскажешь, я думаю. Ну, я с одной лестницы знаю, в принципе. Ой, блядский рот. Такого не убегает, по-моему. Не бежишь от меня, да. Не закрывай. А вот проблема кони, что... Кони не может убежать от Сиси. Да я не вижу, где даже можно было бы слезть, сучка, блядь. Там все сломали, это... А, все сломали, суки. Губу легче душить, чем вот эти вот.
Ну конечно. Блять, жалко с генером, сука, не получилось. Вот чуть раньше бы я там побыл. Чуть-чуть не хватило. Блять, обидно. Так бы съебались оба. Бабушка какая-то. Бабушка. Я просто бубал, блять, пошел проверять. Угу. Обосрался. Самый ненужный момент. Так, они типа пришел? Они этого ожидали, типа. Ну это Family House, самое сложное. Не, честно, надо было вообще идти к Акуму, а не к... Да не, к Акуму надо было идти. Они бы Акум все равно кемпили. Не, Акум бы они не кемпили, как клиника не кемпили. Да, Акума его, во-первых, дольше бежать, и я бы скиллом очень быстро открыл эту дверцу. Мне нравится этот тип, кстати. Ливанд? Пиздец, меня там был момент, когда и Буба меня душил, и этот, и Сиси. Я их замансил всех, когда Арсений сказал, тебя там не убьют. И у меня после этого фул хп зарегенилось. Это вот билд из интернета, Рада. Во, вот это вот сетапчик, блять, повар нахуй и автостопщик, блять. Вот это пиздец самый на самом деле. Ну да. Это у тебя еще даже основной навык первого уровня не имеет. Ну, Статтерхаус, берем вентиль, спускаемся вниз, блять, отключим, выходим, похуй. А я хочу малую парковку попробовать хуйнуть. Ты ебанешься открывать. А или погоди, или у меня... А, так у меня первый уровень есть, блядь. Сиси, ну, вообще никто не уходит, потому что у неё атака стагерит тебя. Угу. А она при этом, ну, типа, может дать тебе 4 тычки, то есть я даю 4 тычки, при этом я в ноль качал стамину. То есть у меня дефолтная стамина, чтобы дать 4 тычки, и потом подождать полсекунды. Здорово, и дать 5 тычку. 5 тычек, блядь, 90% типа отваливаются. Жёстко. Да, тебе надо было на первом этаже в колодец прыгать, только так бы ты от нее ушел. Мне надо было просто забить хуй на нее, побежать вверх, начинать там пролазить и типа в пролазе, ну, открыть эту хуйню и побежать дальше. Я же сейчас две полоски стамины было. Да, он тебя даже убежать не может. Ну, так он бы там начинал пролезать, и за это время она же его не бьет. Ну, пацаны долгие. Классика этой игры. Ну, один хуй там ДНД лежит. Не то, что в ДНД, да? Игра за 0 секунду находится. Бля, я вот реально чувствую, прям, знаете, такое удовлетворение от того, что ты понимаешь ебаных РМТшников, которые пытаются заработать просто на игре, там, и тем самым руинит геймплей другим, просто ебут в очко, и это уже какой раз говоришь? Я не знаю, просто мне настолько классно, что я говорю это каждый раз, блядь. Так, хз, например, представим РМТшника, который просто дохуя аккаунтов купил, и, ну, 5 дней он подождет, и все. Ну, там же другие условности, помимо этого. Там же дело не только в 5 днях. А в чем еще? А, ну, типа, уровень там, и вот это все? Уровень там, мне говорят, что золото, типа, нельзя бесконечно трейдить, но я не совсем понял, что это значит, но, типа... Не, ну, будем честны, но в том же Таркове, блядь, докачать 15-й левел для там, ой, для этой, как она называется, аукциона этого, барахолки, тяжелее, чем 15-й уровень. Миша, вкачай законный последний первый. Мишань, там, блядь, у тебя РМТ-ш 99% читер, он этот 15-й уровень берет, блядь. А, ну нет, ну если так, то да, типа. Ну слышишь, Миша, законный последний первый качай. Да зачем он мне нужен, блядь? Это трата лишних 2 поинтиков. Чтобы 10-м уровнем. Да и похуй. Наоборот, я снижаю их бдительность, понимаешь? Хотя у меня все выкачано. А, кучу золота ограничили, которые, понял, ты собираешь после босса. Так она всегда была ограничена. Бля, им надо срочно придумывать что-то со стэшем твоим. Ну как, не всегда, ну типа, это было уже, не знаю, еще, наверное, сначала вайпа они это сделали. Именно с мешочками, то есть делать какой-то сундук для золота, куда, например, нет, мешочки помещаются. Нет, я о том, что типа, когда собираешь кучу золота, она там 10 раз только юзается. Нет, это я понял про босса, то, что ты имеешь в виду. Я имею в виду про инвентарь. Я понял, инвентарь. Что это мешочки. Да, блядь, заебало. У тебя 50 вот этих мешочков там, например, ну, по 50 монет, и вот сколько у тебя этих мешков, блядь.
Ну кидай на фейк себе, если у тебя так много денег, лол. Так, блять, а если у тебя нету друга, чтобы через фейк на фейк кинуть, типа? Тоже бред, блять. Охуенно, тип заходит в лобби за бубу, и такой, я не буду. Никто не хочет за бубу. Алло, долбоёбы, блядь, пикайте бубу, нажмите рейд. Блядь, мне бесит, что здесь нельзя кикать в этом лобби ебаном. Просто сразу этого типа сейчас 6 голосов как вкинули, блядь, и через секунду нам бубу нашло. Так я нет, предлагаю... этому Габи можно репортик просто дать, да и все. А, нет. Сеня, я смотрел этот трибьют Chainsaw Massacre 74-го года. И тип, короче, там рассказывал факты, что там, короче, тут текстуры, как в фильме, то же самое, типа. Вот эти калитки и так далее. Да, да, и на хитчикера позвали озвучку этого. Это реального типа? Хитчикера, который в фильме играл. Ребят, давайте или найдем next. Мы 10-5 минут просто ждем эту хуйню ебаную. И Бубу озвучивает дублер Бубы в каком-то из фильмов. Ошалеть, блять. Ну это знаешь, да. Типа. Это та деталь, которая, ну как бы есть, ну ладно. Бля, но... пацаны, я бы честно в КС-ку сейчас рубанул бы. А вы сегодня играли? Я в КС-ку наигрался, если честно. Да, но видишь, они душатся, Саня, я бы пошел. Ну, я только дышу. Я бы в КС-2 пошел, но что там не дают. Вот, бля, вот реально, вот тут Радос душится, блять, не может нахуй ни на своем аккаунте пойти, согласен. Потому что ты поиграешь один раз и все, или ливнешь, а так, потерпи. В смысле, я поиграю один раз и ливну? Чел, ну, я в КС-ку, блядь, больше, чем ты, нахуй, собрался раз. Вопросы, блядь. Хорошо, ты сыграешь 10 раз или нет? Что, вопрос есть? Ну, ты собрался больше него только потому, что его не было в понедельник. Да, ну только это, блядь, не мои проблемы. Ты же не виноват, что его не было в понедельник. Типа то, что мы будем собираться или нет в КС-ку, я тебе так скажу, Радос, вот КС-2 получит все, мы поиграем неделю 5, и потом мы уже хуй соберем 5 человек, блять. Не знаю, мне кажется, соберем. Мне кажется, нет. Если желающие, которые будут играть, то соберем. Ну, со зрелами, да, типа, но с нашими нет, я думаю. Я смотрел КС-ку 2, вот эти карты, типа, Итали. Там ощущение, то, что ты на реальной улице появляется, а не то, что ты на карте из Counter-Strike какой-то. То есть можно поехать, ну, Виталию можно не ехать, можно... Вот там объемность текстур очень появляется какая-то охуевшая. Просто видишь, Радос, в чем разница? То, что, типа, ты говоришь, то, что, ну, вот мы там идем играть в кайф, там, не только ради КС-ки, а то, что вот собираемся. А я вот, типа, в КС-ку хотел вернуться, вот, чисто, чтобы, ну, по большей части во вторую поиграть, попробовать. И у меня больше причин, типа, и желания играть во вторую часть, чем у тебя. То есть ты хочешь просто играть с друзьями, а я хочу именно во вторую поиграть. Ну, играй, но... играй. В чем тебе? Ну, только нахуя мне в соло идти в нее играть? Не, ну, ты хочешь второго играть? Уровня. Не, ну я хочу, типа, играть во вторую КС-ку, ну, вот, всеми вместе. И у нас есть в этом возможность, типа, сделать это. Не, я согласен с Радосом, не на своем маке в падлу играть. Ёбаный, ну, в рот, нахуй, вообще. Я говорю, я бы хотел на своём маке это делать. Когда она полностью выйдет, если даже нам не дадут, я думаю, мы соберемся в своих хаках и будем играть. Чё торопиться? Ну что, сука, нажмут сегодня ready или чё, нет? Чё, Радос бы ready нажал, у нас его. Еще тоже. Ура, нахуй. Буллинг Бубы второго уровня. Я тоже не понимаю террорайзер вообще, типа. Да, блять, из разряда нахуй типы ложку с собой в ресторан берут, потому что, блять, ну, не хотят хавать чужой ложкой, блять, ну, в заведении. ДНД патч накатывает. Давно бы уже во вторую КС-очку зашпилили бы. Мы на нашем аккаунте все сделали, чтоб нам ее рано или поздно прислали. Нахуй в этом старе, так сказать, сидеть играть, если можно играть в новую годноту. Ты в моте, конечка. А я в моте? А я что-то насрал, блядь, немного.
Ты чё, пошумел? Написал? Ну, блядь, раньше, блядь. Чел, раньше хватало, блядь, без шума, чтобы открыть, а сейчас не хватило. Он идёт. Погоди, я отошёл с той же стороны. Ой, господи, блядь. Вот прошёл. Кто-то пилит. Да, он пилит там с той стороны. Удачи ему. Открывай центральный. Блять, и курицу еще напугал, да что ж будешь делать-то? Так, иду, Саня. Он в подвалах тусуется. Центральный открыл. Угу. Ты только первый открыл, я, да? Я, возможно, привел его к кому-то. Да, снимали, он да, я привел его к Джули. Он тут стоит. Джули. Блядь, я нашумел, пизда. Блядь, это разбудило деда. Я ебал, нахуй. Это хуёво. Так, я взломаю еще одну дверь. А у них куб, да? По этой... Настолько хуёво, насколько может быть просто. Меня дед этот ищет. Кук? Хорошо, хоть тебя, а не нас. А Ер, Джули. Открывай. Так я вторую открыл. Мишань, ты хоть одну открыл? Да-да-да. Значит, три открытые у нас. Побежали, Джули. Не побегу ты, Шанюш. Выбей окно нахуй, слышишь? Согласен. Ты вот это открывал, Саня? Да, это открываю. Давай. Четыре будет из пяти, покойся, одна будет закрыта. Чел, бля. Закрыта будет вертикальная, по идее. Да и хуй с ней тогда. Если что, откроем потом. Ну да, она залупная, это факт. Просто, чтобы никто не падал туда, иначе пизда. Понятия не имею, везом. Да. Ты, Мишаня, если можешь, скином деда замок хотя бы один сними и засейвься. Mm-hmm. Так, я выбил окно и пошел в подвальчик. А тебя видели, как ты выбил окно? Он... Да, бля, ну, дед поставил на оранжерею один. Это, конечно, клоунада. Ну, я могу сейчас полностью в окно со второго и открыть там. Mm-hmm. Попробую. Так, я открываю... А, меня как слышит. Возьму физу. А, ну кука, блядь, не вкачанные замки, вообще изи их лопаю. Так, Буба меня нашел. Давай я погоняю. Я еще хилку, не видел хилок здесь? Не. Ебало, хичхайкеры этого представили. Ждаю здоровья. На этой карте. Мне найти хитпоинты. Так, я открыл полностью выход. Ебать мне ебальник оторвало! Кто говорил, что со второго этажа нормально будет? Я не говорил. Ебать мне 90% ебало отсыпало, только в путь, блядь. Хичхайкер на улицу выбежал какого-то хуя? Слушай, я паунствовал. А, да, и вправду. А мне дед дает открыть, слышишь? Открывай. Хакер наверх поднялся, Буба. Я к генератору бегу, сейчас начну его ебашить. Бля, я не дал, я нахуй вниз. Б. Они оба за оранжереей, так что можно мейн там открыть, нехуй делать. А я могу, генера смогу отпиздить? Да, да. Я физу вскрыл на втором. А где она? Возле лестницы или? Возле лестницы, да. Противоположно туалету, Ваня, понял? Да, понял. У меня фьюза есть, если. Требуется фьюза. Пойду поищу Ваня, она бывает в Ване. Не, опа, короче... так все. Да, генер я открыл. Так вот съебываться. Если что, который дополнительная дверь. Не главная дверь, а дополнительная. Нет, как убегает. Хорошо, фусу ставил уж. Я ухожу нахуй вместе с Мишей. А, бля, мне бы не даст физу вставить.
С какой стороны можно съебаться? Генерат. Миса, помоги мне. Повязали, Миса, повязали. Ты Родос будешь выходить? Да, куда бежать? Ну, на генере, генератор. Генератор, главная дорога. Ну, генератор... Главная дорога, самая далек... да. далекая дорога, главная. А, чел нахуй ливнул, блять. На кухне, да? Он да. увидел, да, 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 да. О, я тут, я рядом с вами. Давай. Беги, беги. Есть, есть еще нож один. О, Буба тут. Пойдем. Бежит Буба. А, не, бежит, Буба обратно пошел. Все, побежали, ребят. Арсюха выйдет там с этого... С подвала. И пиздец он тильтанул. Вот сейчас, блядь, остальные маны охуеют, да-да-да, блядь. Все, Родос, побежали. Они могут включить генератор. Да как они так быстро его включат, ты шо? А где генератор, тут слева или там? Не-не, вот он, вот, ну, вот перед домом. А, ну тут типа, да? Ну да, да, да. Я не могу найти этот выход ебаный, блядь. Думаешь, надо бежать? Конечно. Впереди дорогу на всякий случай. Но, да, иначе тебя поджарит. Пиздец, как будто пропрыгнуть нельзя, ебануться. Вау! Нельзя. А где этот животное, которое показывается? Вот, блядь, я успел в последнюю секунду. Вот нас все побежали. Хорош. Видишь, вот у нас справа, Саня, видишь? И слева. А, вон эти. Броненосцы, тут их броненосцев несколько штук, блядь. Блядь, я в тупик прибежал, нахуй. А пещера закрыта, блядь. Завалена. Блядь, на Family House сделали. Да что-то тут вообще прям супер легко было. Это было второго уровня. А там где-то максимальный клоун. Произошел кибербуллинг. Да как будто вообще нету террорайзер хз. Бля, 8 часов уже скоро, парни. Так, а 8 часов что? КС-ка, ты чё нам? Сейчас забыл. Тебе так понравился КСВ? Ну не знаю, было прикольно, сегодня поиграли. Я поиграл еще, не знаю, почему не хотите. Вот Саня хочет, может ради Сани пойдем поиграем в тему? Не, я бы сегодня пошел, если бы мы во вторую пошли хуярить. Да, вообще изи. Там три типа. Да, зато GStation, классная карта. Мне вообще качается вот эта штука, вроде бы, её, или это слабо? Да, написано 2700 опыта всего лишь. Он первый перк 3200 просит, второй по 6000. Второй быстро качается, самый тяжелый это третий. Да, третий пиздец качать заебешься. Бать, газ стейшн. Ну, Джонни будет пиздец куски отрывать. Ну, Джонни помню, будет пиздец куски отрывать, главное найти замок, который повар не хуйнет. Просто если повар хуйнет итоговый сразу этот, ну, итоговый выход, то это вообще хуйня война, мне кажется. Всех каликах будут замки, кроме одной, да? Да, да. Ну, вообще, если он, ну, адекватный, нормальный типа. Не, просто мешание Джонни на максималке, он с трех плюх убивает меня, учитывая перк мой, блядь. Угу, ну, с двух меня. Но он медленный, и он не может эти перелазить, типа. Поэтому ну, нормально. Да. Здорово, Дмис. Буба, рэди. Кожное лицо, четвертый уровень. Буба. Бу. 38-го нахуй. Ба. Знаешь, делать. Бабу. А, фулл-пати на фулл-пати, сейчас проверим. Баба-бой, баба-бой. Баба. А это фулл-пати, и уёбок не может рейдин нажать. Все нормально, нажал. У них такой стак, что никто не может перелазить. Да-да-да. Баба четвертого уровня... Это значит, у него в статы не фу. Но хотя это значит, так сильно. Значит, надо будет Бубу, когда он будет ломать. Да. Мы в подвале чувствуем себя королями. Никто из них нас не догоняет. Ну, сейчас попробуем. Только если Джонни тебе два удара не успевает нанести, блядь. Тебе.
Я-то 4 втанкую, если обилку включу, хоть 10. Ну, с обилочкой, блядь. 4 без обилки, я танкую спокойно. Жестко, жестко. Убийца Сани. Не, ну я хп так-то на 5 плюс скачал, поэтому пиздеть не надо. У меня там на 50 оно. Мария Флорес. Я думаю, мы можем пошуметь в самом начале, похуй, типа, пусть спускаются, не? Чё гонишь, блядь, ты сейчас пошутил? Да я не пойду в подвал. Да, охуенно, Джонни зайдет нахуй, зарежет нахуй всех. Если они пойдут в подвал... А какой плюс ты получишь от того, что ты пошумел? Никакого, блядь, охуенная идея. Если они заходят в подвал, Сеня, ты можешь пойти наверх, и там никого не будет. И что? И чувствую себя спокойно, открывать все, что хочешь. Да, выйду с одной двери, Сань, которую мы, блядь, дай бог, откроем. И буду чувствовать себя спокойно, блядь, никуда не уйти, нигде не заэскейпиться. Потому что одна дверь, блядь. Когда я возьму отвертку? Бери две. А, да, я две возьму. Так, открывай первую, первую дверку. Пойду первую открывать. Ну, хичхайкера нет, это хорошо, спасибо. Может, я его и башню. Так, я первую открыл. Хороший раз. Ты открыл дверь, у тебя 250 очков. Пом, надо запомнить. 50, там, наверное, 50 за отвертку и 150, так, здесь мишань открывает. Так, да. Две я уже открылась, что? Я одну открыл, получается еще две осталось. Сейчас я набираю отверточек тут. Я чуть-чуть пошумел, потому что у меня Боба пришел. Нормально, ну она еще... Не сильно, еще она три уже открыта. Я Буба. Ты что, ты норм вообще? Ебал тебя жестко? Да... Почти, да. Ну, еще блять, я тоже шуманул случайно. Блять, я нахуй отвертку сломал, думал, Буба подошел. Здорово. Да успокойся. Здорово, скинка. В смысле, зачем я собрался в калину? Ты решал мишани ласты или не? Нет, нет. Съездить отдохнуть. А могу шуметь или нет? Не-не-не. С друзьями. Могу открыть, если он гонится за тобой. Я могу забайтить, чтобы он... А ты, Сеня, да? Тоже две открыл, да? Я две открыл, да. Ага, заебись. Скажите, когда открывать, я готов в любое время. Открывайте. Он застагерился, да? Да. Отлично, да, Мишань, здесь можно выйти. Пули Ородос на максимум. Да, хорошо. А я не могу, у меня ничего нету. Можешь шуметь, собирать кости. Я могу, да. Здесь, ну пока... Ну да. Я бы тоже чисто бегал бы все открыл. Сюда из ванна кто-то пришел. Джонни, наверное. А, я, кстати, нашел последнюю, открою сейчас. Давай. Ебать меня булит, маны вдвоем нахуй стоят. Физу открыл, ребята, она в доме, в дальней комнате. Меня забулили жестко здесь. Два мана. Это ты, Буба, бежит? Да, это я. Ну? Я не успею, да? Два мана, один выход. А я не знаю, скинка. Если Инсайз в Москву, то не захотел поехать. Я думаешь, он поехал бы в Калининград? Блять, да пошел. Тут есть инструменты? Да, я, походу, умер, блядь. Вот, бери, Миша. Отвертка. О, давай. Хорош. Ты умер? Не надо умирать, это здесь будет хуёво. Умирать, да, это худшая идея. Где-то замок один открыл. Который красный контейнер, Миша, не может открывать, где-то замок нет. А чё, это норм? Бля, чел, я открывал дверь, чё, он ТП-шнулся нахуй за дверь. Да, это норм. Меня дед ебаный срисовал. Ну, сука, срисовка кончится, нет? Оба, они все трое внизу, они все трое внизу. Не, Буба наверху. Ну, значит, это оба эти двое. Так, я красный, блядь, доламываю быстренько, и все, и... Второй замок деда, у большой заправки слева. И со мной дед бежит.
Так, открыл контейнер красный. Иду на кум. Да ебать. Вторая физун. Я снял замок деда на левом большом выходе, но остался еще этот. Остался еще обычный замок. Угу. Ну, то есть у деда минус один замок сделал. Хорош. Снял физун. Ебать, можно выходить. Уходим, фьюза открыта. Миша? Не-не-не, ну я через акум буду пробовать. Удачи. Генератор сломал, Сань? Нет, я ничего не ломал. Ну, генератору не ломал проход, бля, ачивку хочется сделать, пиздец. Генератору я сломал только замок деда. Так, где на этой карте выход, блядский? А, понятно. Погоди. А, ебать, они даже не открыли, ёбаный, ой, даже не это. Не завели? Не завели, акум, я а опять... А ты пытался сам завести? Я опять, да, хуярю, блядь, даже не смотрю. Хорошо, блядь, в чате снимаешь, написали. Блядь, нахуй. Одной, блядь. Ну, это ж я с хилом делаю. Бля, мужички, я... выхода открыть? Я хотел открыть генератор, ёбаный, блядь. И чипку залутать. Нет, тут хоть не сюда, блядь. Я пойду, короче, пока какой-нибудь закусончик хватану, да, жрать хочу, пиздец. Да, дед уже бежит. Ладно, бля, хули делать. Ты можешь к какому пойти спокойно? Жоу, не даст. Ну он останет, хуйня ебаная, блядь. Это пиздец. Ой-ой-ой. Жить. Ой, блядь. Не, ладно, я тут делаю ошибся. Ну типа вот у него и у Сиси вот эта атака, от которой типа она тебя догоняет, это пиздец. Надо было сразу его крутануть после первой. Я тогда ушел бы. Зря вот так быстро вышли, типа, повозили бы. У вас же там выход, это все открытые. Ты мне снизу открыл, я не мог, типа, ждать, он бы закрылся. Ну я мог бы что-то, наверное, придумать, но, так сказать, персонаж такой, конечно. Я для придумывания трудный. Не, просто чтобы они тебя там загрелись, это плохо, ладно. Поебать, я сам ошибся. Родос убил Кук. А, за дверью ты пошёлся ко мне. Мне вдвоем с Бубой зажали, а я вроде бы как-то ушел. Вроде бы дверь уже закрываю, она. А бац, он тпшится. Ну это опыт геймод. Ну типа да, я забыл, что Джонни, он типа он магнитится просто. То есть я бегу на фулл стамине на спринте, но он мне дает 4 тычки, блять. На похуй. Типа ни Кук бы там, ни Хичхайкер не догнал бы, если били бы так. Вообще мне надо было просто выйти назад, блять, в колодец прыгнуть, да и выйти нахуй. Все проблемы. Я побежал на акум, хуй знает зачем. Потому что я сказал. Спасибо, Везун. Газовая станция. Газстейшн. Типа, если все выходы открыть, сразу дадут ачивку? Нет, это нужно типа фьюзу вставить, вентиль покрутить и генератор выключить. И тогда дадут ачивку. Должен на одном персонаже это сделать, ты можешь? Ну конечно. Ты один это должен сделать. Вот это хардкор. Mm-hmm. Боже, на лицо и повар левел 0. Мне почему доказывается, что не все игроки тут знают, что можно сбрасывать навыки, блять. Есть такая мысля. У меня есть мысля. Что не все игроки знают, что тут рейдинг можно ставить. Часто замечаю такие. Ну у нас все рейдинг, но мы не стартуем. Не стартовали почему-то.
Он такой смотрит, ебать, Буба 0, Повар 0, я 0. Я не понимаю, почему я не работаю. Переливает, нахуй. Почему я не стартую, не дается ачивка, типа, начать матч с тремя, короче, level up ability и 3, level 3 перка. Хотя это все у меня есть. Почему он не стартует, ну, типа, не защитит. Ебать, парни, у нас эти enemy вообще не качаны. Ну вот еще это... урона было наносить. А я... Твой обмен настал. Сейчас трахнем их, ёпта. Наша продаст выжил. Как там, я проебусь, меня зажмут туда. Здорово, Готком, привет. Тоже хорошо, здесь стрима. Ебать, там шумит кто-то нахуй. Да я не шумлю, один раз пизданул. Ебать, Боба еще пилу три раза заводит, а не один. Ебать, а я думал, все пилу заводят три раза. Я с одного заводил. Ну, у тебя какая-то прокачка особенная там, крутая. Ебать, жестко-то да. Третий перк пилы, третий уровень. Да, я быстренько. Я только одну отвертку возьму. Mm-hmm. А я возьму супер быстро. Уже джулит. Так, открыл. Так, я бегу. Где он? Бубенко у меня тут пилит, блять. Куда он я хотел пойти? Бегу. Ты тут открыл, Сеня, да? Угу, хорош. Я открыл одну дверь. Лучший. Буба, стой, блядь. Я две открыл. Тоже одну открываю. Так, открыл еще одну, и я возможно, знаю, где последняя. Там вдалеке. Нет, она здесь супер близко, на самом деле. Просто Буба там пилил и не давал пройти. Ты думаешь, ты за это поплатишь? Да, я тоже открываю ластовую. А как закрыть дверь хлопком? Shift держать она или что? А ты даже не хлопком вроде его ёбнешь, не? Ну, Shift E, да. Дверь не открывается. Ладно. Что за бред, блядь? Так, всё, мы пятые. Давай, открываем. Я ударил его, Родос. А, ты ударил его жестко? Блядь, я, наверное... Он сейчас постоит, встанет, вот всё. Хуёво, что я, да... У меня ничего нет, я всё потратил уже. Я бы мешать пришли в другую дверь. Угу, блядь. Ой, так внизу этот дед тоже бегает. Да где-то это ж, блядь, полупохер. Ебать, прям на куб внизу. Вон что, охуели? Ладно. Я другую дверь открыл, чисто фейканул и возвращаюсь туда. Не, просто. Здесь капкан, блядь. А хотя, а чё мне, блядь, чё мне возвращаться-то? У меня нахуй ни инструмента, ни одного нету, блядь. Я просто боюсь, что здесь ебаный капкан будет. Тут кости есть. Не, он типа на вылазе сходу будет. Mm-hmm. Такое может быть, и это будет там? Супер грамотный капкан. Да-да-да, бля, не успел. Бля. А на похуй. Двое у дома ходят, Кук и Хитчикер у дома. Буба наверху? А не, Буба внизу. Не, Буба в отвале. Буба наверх пошел. Угу. И Чикер к аккумулятору зачем-то побежал. Я хуй знает, зачем я сейчас. Испугался, что конечка уже лезет туда.
Она, я не могу открыть. Фьюз тут можно открыть спокойно, тут и тулбокс рядом, и открыть можно. Давай где-то замок слева. Блять, ну хули они тут-то бегают? Где-то вскрыл один замок. Я их по дому гоняю. Да вот я хочу тут вылезти, а они все бегают там. Сука, ебаный хитчикер не дал мне ачивку сделать. Уёбок, блять. Ну тварь, блять, просто ебаная тварь. Да нет, я курицу напугал, блять, из-за него. На мне трое. Угу. Ой, блин. Там, если что, левая дверь на заправку, мужики. Там одну эту открыть надо. Один раз открыть и все. Я там понял, я иду. Эй, банный хитчикер, как ты видишь, ну? Нет, ну что, что с тобой, чел? Ебаный, Аня. Я в подвал упал. Здорово, дочка. Я не упал в подвал, что, блядь? Убили? У меня лагают анимации, ребят. Я спрыгнул в подвал. А, хитчикер да, не дает мне упасть в подвал. Это из-за того, что ты в капкан наступил, забей. Это баг игры. Я тебя никуда не смогу проходить или что? Да, вообще никуда не сможешь проходить, забей. Сиди в подвале, если ты еще живой. Я ебал, что за баг игры нахуй охуенный такой. Это с капканами залупа. А ты его скилл или баг? Мишаня, а чем ты занимаешься? Да я вот хочу все пройти туда, блять, взломать нахуй, но там видишь, дед ебаный, блять. Ну хитчикер всю игру сейчас бегал. 100 тысяч лет. Я, если шо, на Акум, на Акум тоже это... Уроды душные, сука. Я сейчас, походу, проебу хп. Не, нормально. Она пойдет и откроет ай, дверь. Ай, блядь, я знал. Ебать, 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 должна быть. Вроде бы. Или нет, нихуя тут нету. Да, блядь, что? Нет, я сломал, блядь, тулу, сука, на последнем тике. Тулу? Блять, тулу, да, тулу. О, привет, блять. Это пиздец. А, искать хилки. Да, я тоже, блять, с фулл отпиженным ебалом, блять, прыгнул. Хотя клоун, это пиздец. А кто-то хилки я жрал уже в подвале или нет? Я одну жрал, да. Я одну вроде бы Ну тогда это сейчас... понятно. Я тоже ищу хилки сейчас. Да, вообще, я блядь... тоже, блядь, ищу. Хилка есть, если что, в дальнем амбаре, ну не таком, знаете. Тут две хилки. Ах, а что за сюда крови, пришел? Видите, где открыл? Нет. Ну, короче, дальний амбар, там где еще... Вот, Радос, по прямой будешь бежать, там будут хилки. По прямой, назад, Радос. Назад, никого нет, да? И направо-то. Да? Нет, вот туда, по прямой, вот туда. Нормально, более отхилился. Вот а, туда, туда. А колы этого левела дед уже. Хуй знает, могу пойти зарезать. Я пойду зарежу, у меня перк есть. Было бы славно. Второго, наверное, или первого. Не, мне кажется, дед уже такого порядочного уровня. Они живой еще, да? Погоди, а ты сказал, это не внизу, а наверху типа хил? Внизу тоже есть. Вот второго. Они около меня ходят, около дома. Угу. Они большой, они за выход из заправки нон-стоп мониторят. Заебали. Выход просто. Заправки это. Так, а может мы откроем? Блять!
А, фух. Это уже использованный, ебаный в рот. Может, мы откроем физу или еще? Не, так может мы откроем акум, например. На, нахуй, дед. Деда, я наверх пошел, ни одной хилки не нашел внизу. Сеня, я открыл большой выход. Хорош. За мной дед. Калитку лежит. Открыл. Угу. Открыл калитку и падаю в подвал. За мной хитчикер. И куда? Я могу хитчикера побайтить, чтобы он не палился. Они оба, кстати, тут. На кум открыл калитку. Я, короче, не прыгаю в подвал, я байчу хитчикера. Все это давай, время. Да, хорошо, отлично, хороший ход. Бля, я проебался. Ты умер? Да, я думал, я успею. Здесь хуёво, Родос. А, блять, да его ж там не было! Ёбаные волки, парни, нахуй. Я не знаю, чем вы занимаетесь, я одного мана, фу, я второго мана. На мне кук еще. Ну, за мной, Саня, я ты ебёшь. А, я не могу уже прыгнуть в подвал, блядь, забыл. А ты у меня, Саня, по эмоциям прыгнул, если что, по этим. Да, где? Я нахуй, я в бочке стою. Я застрял в бочке, блядь. Ебать, я не могу тебя убить. Все, помогите, давай, Сеня, нормально, блядь. Ты сейчас тпшишься вниз, не? Нет. Жалко этого добрячка, конечно, да. Ты застрял, Саня, ты уже все. Бля, они тебя пытаются еще, блядь, убить. Че, будем спасать Саню? А я не знаю, вы можете как-то Саню спасти? Я да он, блядь, застрял, и в самой текстуре он, блядь, его пытается... Я в бочке сижу, ребят. Идем, Слава. Он ударил! Крыса. Тебе нужно как-то эмоцию... А, не, нет эмоции. Я убиваю себя подвалом. The Gogar, благодарю за 26 месяц переподписочки. Спасибо большое. Благодарю тебя, старина. Спасибо огромное. Убейся с этими подвалами. Ебать, у меня там а, Саня. А, кстати, есть шанс... А чё? Блять. А ты видишь, да, на стриме? Да, да, да. Ебать, я вообще урона нет от подвала, кстати. А, ты с пергом, который вышел? Только один дойчман. 2003 года вроде бы. Опа, сейчас внизу о, появится. Возможно, да, и вправду. Не, там здесь добьет. Ага. Ты встал. Блять, что за хуйня? Ребята, я устал, я... Это хуйня, это чисто... Ты, Саня, да, встал в трампу перед этим, да? Да, да, да. Ну это классика, это ебаный баг. Ебать, я отхилился после того, что... Убейте меня, пожалуйста, уже ничего нажать не могу даже. Подвал я могу ливнуть просто. Не, я даже подвал не могу. Нет, 2003 года нормальный такой слэшерок Дойчман, жутковатый. Ты переиграл. Ладно. Пересоздаем. А вы не хотите пойти за манов, а я пойду? Я уже заебался, честно. За мана вообще нет желания. Ну, есть такое, да. Ну мы же за манов поиграли уже, просто но мы до этого, блять, так дохуя за них играли. Просто. Ну пошли КС, ебанем. О, ебать, поехали. Что? Ну что делать, блять? Краймера, Краймера сейчас позовем еще. Или Доту, а? Дота, что? Миша не будет Дота. Здорово, Антон. Миша, всегда Миша, ты пойдешь?